Всем привет! Ирина. Да? Ирина первая у нас. Ирина просто включила камеру или на проработку? На проработку. На проработку, Ирина. Вы не можете включить видео, поэтому потому что организатор включил. Ага. Да, остальные все выключают звук, все выключают видео, только у Ирины остается. Да, сегодня у нас с вами очередной терапевтический день, где мы прорабатываем разные ситуации. Сейчас. Ирина. Все, вас подключили, слушаю. Включили вам звук? Я не слышу. Сейчас слышно? Ага, слушаю вас. А так, у меня такая ситуация в жизни, что у меня был развод, и я вот никак не могу встретить свою вторую половину. Или здесь мы только по здоровью что-то разбираем? Нет, какая разница? Нет, вот это такая вот у меня ситуация. Это вот первая ситуация, а вторая, знаете, никак не могу понять. Ну, это, в принципе, ладно, это не так. Вот это самое первое основное, что вот это вот одиночество, затянувшееся уже на 2 года. Угу. Ну, давайте первое то, что когда вы разводитесь, вы развелись, не осознав, а в претензии, с обидами. Пока вы не отработаете, вы обучаетесь? Я не обучаюсь, но я вот на пробную неделю. Все, там есть практика разрыв болезненных отношений. Обязательно ставите своего мужчину, с кем вы разорвали отношения, и наделяете его всеми своими обидами, претензиями, болью. То есть это все то, просто вот видите в него так, что я к нему испытываю. Боль, претензия, ненависть, вот, ты должен, ты меня предал, ты поступил не так, как я хотела, вот эти ожидания. Потому что все это только эмоции, это вот ваши такие связочки с ним. И эти связочки не к нему вообще относятся. У вас там будут претензии или мамы к папе была, там, возьмем, там, вы так, а, так, да, надо, ну, хорошо, я точно так же создам такую же проекцию, буду так же жить, да. И там сколько раз мама, может, хотела уйти, не ушла, а вы это сделали, молодец, закрыла вот эту вот няшечку, программку, да. Вот такое, да. Да, и точно так же вот эти ожидания мамы от папы, и потом ожидания от вас тоже мама ожидала, и были претензии. Очень много. Да, и вы просто научились только так выживать. И это просто эмоции. Вы как программа. Знаете, матрица. Блин, я точно так же буду проживать. Это когда нету понимания, а просто я притягиваю, потому что я в таком же выжила, а для тела, для бессознательного есть одно понимание. Мы выжили так, значит, это нужно. Не важно, что вы здесь говорите, да не нужно, я так не хочу, вон у других по-другому. Оно говорит, как не нужно, ты же выжила. Как? Это же стратегия. То есть, когда вы со своим мужчиной осознаете, разорвете эти вот связки, которые вот эмоциональная, негативная зависимость, я только так могу выживать. Все, я потом спрашиваю себя, а я жду что-то от мужчины? Нет. А я имею претензии к своему этому бывшему мужчину? Нет. А что, да благодарность, я столько всего благодаря ему осознала. И потом также в практику, там прощение с мамой, с папой сходите обязательно, что простить маму за то, что она такая была, простить папу, что они там выясняли отношения, и осознать то, что они по-другому не умели. Вообще для них это было как 2×2=4. А если они не знают, что... А можно сказать 2×2=5? Они такие, а что так можно было? Вот наподобие того. Поэтому сейчас, когда вы хотите отношений, у вас вот это триггерит, что, а зачем мне отношения, когда я встану на те же грабли? И вроде бы я такая, да нет, так не будет. А тело говорит, да нет, так будет. Потому что ты думаешь, что ну все такие мужчины, да? И потом, когда я не имею отношений, я ж какая такая страдалица, я одинокая, я не нужна. Я покинутая, никто меня не любит. То есть это ваш внутренний ребенок. Внутренний, он там страдает. Вот он там один остался, страдает. Помним, да, что я даю?
обязательно в течение дня 3 раза глазки закрыли. Вот что сейчас моя там делает? Ну, вот она что-то отвернулась, стоит, что-то смотрит, разглядывает. То есть я сразу вижу своего внутреннего ребенка. Что он у меня делает? Это часть вас, которая там внутри. И вы сразу можете с закрытыми глазками, с открытыми увидеть своего внутреннего ребенка, что она делает. И вот каждый раз наделять ее любовью, нужностью, сказать, вот я тебя люблю. Вот ты для меня нужна, и нафиг нам не надо, чтобы ты была кому-то нужна, ты мне нужна. Я тебя люблю, и ты единственное существо в этом мире, на планете же Земля, которое для меня самое важное. Ты для меня самое важное, я тебя люблю. И также видите и говорите, вот я тебя никогда не брошу, я всегда с тобой. И как я тебе нужна, так ты мне. И потом эту часть взращиваете, и здесь вместе сходитесь. И вот так вы будете каждый раз вот того внутреннего ребенка взращивать, это субличность, часть себя взрастить. Вот вы когда-то там, вот такой быть нельзя, отщепили от себя, и такой нельзя, и такой нельзя. Получаете вы все, получается, в пространстве ищете себя. Как же мне себя найти, где же я там, вот, и все, вот она там сидит, страдает, а вы все ищете с пространства, и какой же мужчина закроет мою вот эту одинокую внутреннюю эту потребность, а он вам не мамка, он вообще не понимает, он говорит, а что, я должен тебе, что ли? А вы такие, да, должен, с меня аж требовали, и ты давай. Угу, так понятно, и есть, даже да? Если, например, новый какой-то мужчина появляется, то есть у меня сразу такие ожидания какие-то, то есть я как, да. как будто я хищник, а не он, да, то есть, ну как вот по природе мужской должен же он быть охотиться, как будто вот мне надо, как мне посчитать, что мужчина же добивается, ухаживает там, да, женщины расположение. Нет, так принято считать, мужчина, он и так делает то, что он делает. Здесь важно, как я это ожидаю. Если я считаю себя женщиной, которая разрешает за собой ухаживать, uh-huh. если я правда энергетика женщины, так он и так будет это делать. Почему я должна находить мужчину, который это не делает, чтобы я потом сказала, а я тебя ждала, а ты не сделала. Я опять превращаюсь в свою маму или в стратегию недовольной женщины, которая любит просто, ну, ныть, бубнить и жить в претензиях. Угу, так и понятно, есть. Вот сейчас, да? Я увидела, да. Да, это очень важно осознать, и как только вот... Поэтому здесь сейчас говорить, увидеть мужчину этого и так далее, мы сейчас можем долго играться, не в этом, так как ты на пробной неделе, ты уже понимаешь, куда смотреть и как именно взращивать свои вот эти вот отверженные части себя, дать им, если ты их заполнишь, что тебе здесь не надо искать в мужчине папу или маму, или быть как мама, или вот начинать через эту инфантильность детскую, что ты сейчас мне купи сумочку, как будто в детстве не купили там подарок, а я у тебя как от папки хочу, или как мама моя от отца хотела, зачем? Я могу проживать свою жизнь, я могу сразу осознавать, где я включилась как мама, где как ребенок, а где женщина. Получается, что есть такая некая детская часть и некая такая часть родителя, а саму женщину себя не взрастила. Понятно? Есть, да? Такое, поняла, все, благодарю большое, да. Спасибо. Пожалуйста. Ну, в поле мужчина появился, наверное, все. Это просто... Это чисто для вас, потому что... Это первый раз у нас такое, поэтому, наверное, все будет прекрасно. Спасибо. Я, правда, его не видела. Он где появился? Там где-то? А, да? Ну, это хорошо. Ну, знак, я буду положительно надеяться, верить. Да, да, все. Да, ты на пробной неделе все пройдешь, еще там я буду проводить же с вами проработки, ты сейчас пока, чем вот здесь пытаться что-то придумывать и идти в проработку с тобой, тебе очень важно это осознавать, лучше пусть ты 5-10 практик осознаешь в работе, да, то, что я сейчас тебе сказала, потом можешь и видео просмотреть. И также задавай в пробной неделе вопросы, я еще с вами буду выходить в прямом эфире там и еще дорабатывать. Чем больше понимания, мы всегда делаем то, что мы не понимаем. Мы стучимся в закрытую дверь, пытаемся мозгом объяснить, что да я вот это хочу, а почему у меня нет, но так не работает. Мы получаем именно то, что и хотим бессознательно, то, в чем нам безопасно. Потому что если я привыкла, что там папа пил, маму бил, так я ж не знаю, как по-другому. Я не знаю, как когда дарят цветочки. Это как пример, не к тебе, да, относится. Я не знаю, как это жить счастливо. Я не видела этого. А бессознательное, оно как работает? Чего я пойду куда, к
красиво, хорошо, но я не знаю, как там быть. Я знаю, как вот здесь быть. И оно начинает вам помогать притягивать обстоятельства, которые вам типа головой не нравятся, а оно говорит, мы так выжили. Смотри, какая красивая, умная. Выжила, эволюционировала. Ты что, это самая лучшая стратегия для выживания. А там я не знаю, как хорошо. А вот там, может, еще и унижаться придется перед сильным мужчиной. А перед слабеньким можно дать подзатыльник, быть сильной женщиной, сказать, слышь ты. Понятно? Да, понятно. Угу, поняла. Умничка. Все, буду осознавать. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Всего доброго. Так, кто у нас следующий? Да, можно. Посмотри, кто у нас сейчас. Там руку вы не подняли? Лиана? Лиана. Здравствуйте, Лиана. Ой, Лиан, что ты такая замираешь аж? Фух, что замираешь? Ну-ка, перестань. Устаю. Аж меня сжало. Что такое? У меня мышечная слабость. Фух. Где? В ногах, везде, во всем теле. Сколько тебе лет, Лен? 46. Мышечная слабость, это как? Только не диагноз, это... не диагноз. Мне не надо диагноз, нет. Просто ты вот скажи, мы вот это знаете, когда я не могу идти, когда я не могу двигаться, когда я хочу там что-то сделать, там, ну что? Ноги как будто тянут вниз. Вот в ногах такая слабость, и вот вниз тянет. И вот ноги тянут вниз, и что хочется сделать, когда ноги тянут вниз? Слабость такая, тянут вниз. Хочется вперед идти, тяжело идти вперед. Да, а что там впереди, что так тяжело туда идти? Ну, давай допустим. Да, вот ты ж смотришь уже туда, да, вот что там... Да, вот-вот-вот, ты давай, ну, тебе уже пришло. Будущее. Да, пошли туда, посмотрим, что там страшного. Вот, давай, вот, давай, пошли, да вместе идем. Ну, что страшного, пошли, пойдем. Там, видимо, преграды какие-то. Да, нет там ничего, пошли, я тебе говорю, пойдем, я с тобой вместе, вот давай мы туда с тобой идем. Вот, подошли, посмотрели. Что там страшного? Давай вместе смотрим. Там обрыв. Ну, обрыв. И что? Ну, пошли в обрыв. Пошли дальше. Пошли. Давай с обрыва бросаемся вместе. Упадем. Ну, упадем. И что? И что будет дальше? Умрем. Да, а что, жили, что ли? Пошли. Уже давно к этому идем. Пойдем быстрее умрем. Жить сложно, лучше умереть. Давай. Держимся за руки, прыгаем с обрыва. Все, два куска тела валяются. Что сейчас? Умерла. Как в теле? Никак. Легче стало. Молодец, реализовала свое желание. Давай сейчас еще раз. Что чувствуешь в теле? Легкость пошла. Понимаешь, у тебя мысли такие, ну, пойду туда и умрем. Пошли, умерли, все, упали с обрыва, сдохли, выдохнули. Можно ни о чем не думать. Вернулись. Что сейчас? Легко. Потому что больше в мозгу нет страха. Вы же тебе... надумываете, а тело такое, нет, не пойдем, мы сейчас там умрем. Это называется придуманный страх. Поняла? Мама, наверное, сильно переживала о будущем, обо всех, о твоем, о брата, о та-та-та-та. И ты такая, мама, я буду такой же, как и ты. Мама не учила, смотрите. Маме нравилось переживать, потому что ее маме нравилось переживать. Ну, потому что там так было. Ну, может, там 15-й год, я не знаю, какой-нибудь там... выживание было. А у вас этого нет. А вы такие, мне так надо. Я тоже буду переживать. Я тоже себе придумаю там обрывы, скалы.
Вы знаете, Гаяна, у меня, я когда сажусь работать, у меня с ювелиркой связанная работа, мое тело меня спать укладывает. И мне тяжело работать. Не, скажи, я не хочу работать. Я не хочу, вот я именно, я не хочу эту работу да, делать. Да, вот смотри, я не хочу работать. Проговаривай. Я не хочу. Я, да, я себя заставляю. Я себя заставляю. Да, а мое тело говорит, ну ты ж не хочешь. Да, а ты говоришь, надо. Потому что да. Я всегда должна, я должна, я миру должна. Мир без меня сдохнет, да. Я миру должна. Я не умею жить без чувства долга. Никто ж не выживет, правильно? Все голодом останутся. Ты же знаешь, да, это, что ты Бог. Ты Бог. Ты только можешь. Все никчемные. Угу. Я поняла. Что сейчас в теле, когда поняла? Какая-то волна пошла по телу. Да. И сейчас ты такая раз и ювелиркой занимаешься. Как сейчас, когда осознаешь? Здесь же важно осознать. Тогда и ювелирка нравится. Когда я делаю то, что хочу, а не потому, что надо. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Она мне просто не нравится. А что чувствуешь? Вот сейчас так вот не нравится, ювелирку делаешь и не нравится. Вот сейчас что? Как? Ну, через «не хочу» себя заставляю это делать. Нет, а если не заставлять? Смотри, если не заставлять или не делать. Давай, не делаешь ювелирку, что будешь делать? Вообще по жизни? Или? Или. Ну, вот если не ювелирка, что ты можешь делать? Если не ювелирка. У меня еще есть лазерная эпиляция, но там очень мало клиентов. Когда клиенты бывают, я и туда иду. Мне она нравится. О, супер, класс. Тогда мы приходим к тому, что ювелирка перед тобой. Ты смотри на ювелирку и говоришь. Мама, я так привыкла, чтобы ты меня заставляла. Я не хотела, но делала, потому что надо. Ювелирка – это твоя мама. Ага. И ты говоришь, вот мне, ты ж привыкла так, что ты такая, не хочу, она говорит, надо, будешь делать. Ты ж такая, ну, и ты так привыкла. И вот здесь ты делаешь то, что тебе не нравится, и тебе это, ну, понимаешь, здесь, вот что тебе не нравится, там будет доход. А как только ты делаешь то, что тебе нравится, там не будет дохода, потому что как ты посмела делать то, что тебе нравится? Кто тебе разрешил? Доходит до тебя? А как себе разрешить? Перестать видеть в ювелирке маму. Закрыть глаза, вернуться туда, где мама сказала, будешь делать то, что я говорю. Вот давай сейчас ты там. Самый-самый тот случай. Закрывай глаза, увидь. Вот мама там тебе говорит, будешь делать, как я сказал. Или папа, или брат. Ну, там всем хороводом. У бабушки я выросла. Ну еще, какая разница, она тебе замещала маму. Да, и бабушка там говорит, только будет так. Вот помнишь, вот там ты не хочешь, она говорит, вот так. Да. Да, вот там скажи, не будет так. Не будет так. Будет так, как я хочу с этой секунды. Будет, как я хочу. Угу. Что сейчас там чувствуешь? Мурашки по телу. А что бабушка? Бабушка возмущается. Да, скажи, бабушка, возмущайся вдоволь. Ты и так возмущаешься. Ты любишь это делать. Бабушка, возмущайся вдоволь. Ты и так всегда возмущаешься. Ты любишь это делать. Угу. Но принимаю решение я, что я хочу. Но принимаю решение я, что я хочу. Так, ты там замуж вышла за того, кого хотела, или за того, кого отдали? За кого хотела. Ой, молодец. Ты здесь уже научилась. А потом тебе сказали, что потом пожалеешь? Ты пожалела уже об этом? Нет, мне не говорили. Но бабушка говорила, мама не говорила. Ну, у тебя бабушка мамой была. Главное, что ты пожалела уже об этом, что не послушала их? Я как сказать? Ну да или нет? Как настырно, если бы они мне запрещали бы, я бы не вышла. А так, как особо мне не говорили, поэтому я вышла, но муж умер, он
аварии погиб. Уже лет 21-22 года прошло. И что, ты замуж больше не вышла? Нет. Угу. Да уж, ясно, тебе нельзя, да, значит, еще и с мужчиной жить. А что там, почему с мужчиной нельзя жить? Бабушка с мужем жила? Да. Счастлива? Нет. А мама? Он вот... Ну, конечно. Мама тоже, мне было 5 лет. С ними бухать, не бухать невозможно с этими женщинами. Да. Что? Мама тоже развелась, мне было 5 лет, но она у меня отчим. Отчим. А скажи, у тебя муж умер, когда дети были уже? У меня одна девочка, да. Девочке было 5 лет. Ну, видишь, да, ты тоже потеряла, как мама. Смотри, для подсознания расставание – маленькая смерть. И получается, тебе 5 лет папа не стало, ну, он ушел. И дочери 5 лет, и ты такая, ой, я знаю, как это выживать, значит, не надо, чтобы был муж. И он как-то уйдет. Это не ты делаешь, это вы даже, вы сходитесь с запросом, он уйдет, и ты такая, я знаю, как это проживать, и моя дочь тоже проживет. Но я отчима не возьму для дочери, потому что тебе с отчимом было не очень хорошо. И тогда ты говоришь, ну так как моя дочь, а я как будто моя мама, вот ты ушел, и я не хочу, чтобы мой ребеночек мучился, как я, поэтому я буду жить одна. Но твой ребенок это не ты. Представь. Да. А ты не твоя мама. Не ты в детстве, а ты не твоя мама. И тебе можно жить с мужчиной, потому что, ну, ребенку не обязательно испытывать те эмоции, которые испытала ты, когда у мамы был второй муж. Поняла? Да. Да. Ага. Ну давай, сейчас перед тобой фигура появляется. Что чувствуешь? Ну, меня вперед тянет. Ага, вот давай, тебя тянет вперед. Что хочется сделать? Обнять. Обнимай. Что сейчас чувствуешь, когда обнимаешь? Любовь. Классно. Это ювелирка. Ювелирка. Ну, класс, супер. Что сейчас в теле? Легкость. Ты перестала видеть в ювелирке маму или бабушку, поняла? Вышла такая. И такая, да. Сейчас я могу уже... И тогда ты занимаешься с любовью. Что сейчас в ногах? Ну, в левой ноге напряга, какая-то напряженность, а правую отпустила. Угу. А вот эта напряженность, которая в левой ноге, как она выглядит? Вот если описать, там оно такого-то цвета, в области там таза. Там, где икроножная, вот где икра идет внизу. Она такая прозрачная, продолговатая. Ага, да. И вот посмотри, вот для чего оно тебе? Чтобы что? Ну, чтобы сидеть, не двигаться? Или почему так важно это в себе держать? Вперед не двигаться, чтобы не идти вперед. Да. И вот чтобы не идти вперед, не двигаться, почему так опасно идти вперед и вот двигаться? Для чего оно тебя останавливает? Да, оно уже пришло, ты ж уже увидела, вон ты смотришь на это. Чего там? Да, вот, ты вот-вот уже увидела. Если буду вперед двигаться, у меня будет все получаться. И тогда какая ты станешь? Счастливая. Уверенная. Давай. Ну, фиг с ним, давай уже будешь счастливая. Ну, что делать, придется. Я понимаю, что ты там предашь мать свою, бабульку, но... Скажешь уж им, простите, женщины рода моего, я решила быть счастливой. Смотри, это безопасно быть счастливой. Пойдем? Да. Пойдем. Вот прям ступи в счастье в это. И такая, у меня все получилось. Я понимаю, что я не соответствовала вашим проклятиям. Ну, типа этим, у тебя не получится. Я получилась. У меня прям, все получилось. Да. И вот прям почувствую там. Когда у тебя все получилось, и ты счастлива, и говоришь, да, я принимаю решение, что вот сейчас у нас в роду я счастливая.
что в нашем роду я счастливая. Да, я все равно ваша, но я испытываю другие эмоции. Но я испытываю эти эмоции. И вот там бабушка и мама стоят, а ты говоришь им, а я счастливая. А я счастливая. И еще там все женщины стоят такие, а ты говоришь, а я счастливая. А я счастливая. И у меня все получилось. И у меня все получилось. Да. И вот что они, когда ты это говоришь? Головой машут. Ну, типа, что? Типа, бессовестно. Скажи, да. Я самая бессовестная у нас в роду, потому что я счастливая. Четко, да. Да, бессовестная в нашем роду, потому что я самая счастливая. Да. Что сейчас, когда ты это им говоришь? Молча смотрят. Ага, а ты прям услышь. Вот они молча смотрят, какая от них идет эмоция. Между собой возмущаются. Да. Скажи, это ваше привычное дело посплетничать? Это привычное дело посплетничать. Да, и прям там разрешай себе. Еще больше счастья. Прям посмотри, как из тебя плющит это счастье. Еще там можно сказать, я разрешаю себе удовольствие. Я разрешаю себе удовольствие. Ну, там им можно так тихо на ушко сказать, чтобы они сознание не потеряли. Какое ты разрешаешь себе удовольствие. В особенности. И пусть они там уже сами как-то с этим справятся. Главное им сказать. А там выживут они после этого. Нет, все нормально. Они ж не разрешали. Угу. Как сейчас? Хорошо. Угу. Что сейчас в ногах? Прошло. Угу. Так, сейчас что ты говорила, как там мышечная, не знаю, что вот это... Слабость. Словосочетание. Мышечная слабость и там... Вот здесь оно у меня в руке, вот это, что ты говорила. Что чувствуешь? Я не хочу на это смотреть. Что чувствуешь? Ну, что хочется сделать? Выкинуть. Выкинуть. А давай вот это состояние, ощущение, вот где оно в теле отражается, когда вот оно, держи вот прям. Оно на все тело распространяется. Да, и какая ты, когда оно распространяется на все тело? Слабая. Слабая, да. И вот сейчас скажи, мне можно быть слабой? Прям вся расслабься. Вот полностью сдайся. Угу. Прям сдавайся. Полностью сдайся. Все, и эта слабость сейчас тебя просто вот как будто... поглощает, глотает тебя эта слабость полностью, а ты отдаешься, говоришь, я слабая. Все, я разрешаю себе полностью расслабиться. Вот прям отдавайся этой слабости, она прям тебя так и забрала в себя. Давай, расслабляйся полностью, еще сильнее расслабляйся. Да, вот тебе можно. Женщина может быть расслаблена. Чтобы получать удовольствие, женщина расслабляется, мужчина напрягается. Ты в курсе? Угу. Так что расслабляйся. И не включай мужика. Ты можешь из позиции женщины действовать, а не вот это я сильная, справлюсь. Тебя вообще вот полностью расслабься и отдайся этой слабости. Вот она поднимается еще, поднимается. Это раз вот полностью ты прям берешь и сдаешься так. И вот чувствуешь, как тело, я не знаю, расплывается за счет того, что ты полностью отдалась. Все, растекается прям. Такое становится, знаешь, очень легким и мягким. Как такое вот. Ты в пространстве как будто вот полностью растворяешься из-за этой слабости. И ты везде, ты и есть пространство тогда. Угу. Как тебе сейчас? Тело отдыхает как будто. Да, классно. Глазки открой. Вот здесь вот опять эта штука. Ну вот это. Что сейчас? Я уже отдыхаю.
Умничка. Видишь, как тело не включается, такое, да мне все равно. Я кайфую. Кайфуй. У тебя был запрет на расслабиться. Типа, если ты расслабишься, то мир рухнет. Тебе надо быть сильной, самой. Долго тащила все на себе. А если ты долго на себе тащишь, ты мужик. Ты же напрягаешься, ты такая, все сама. А мужчина в пространство не придет. Но мужчина с мужчиной не любит спать. Еще и не русский, зачем им это? Пидоросня. Они не хотят. Поэтому как бы надо быть женщиной. Когда ты женщина, расслаблена, ты можешь... Смотри, я как женщина расслаблена, делаю все, что я хочу, да? 24, 38 на... Как? 37 на 8 я работаю, я всегда говорю, да? Но я кайфую, я не делаю это как мужчина. Поняла? Я делаю это в расслабухе. И тогда у меня все легко, потому что я вот так не напрягаюсь. А ты думаешь, что если ты сильно-сильно напряжешься, то что-то получится. Нет. Ты просто-напросто не даешь себе в расслабленном состоянии делать. Потому что когда-то подумала, что тебе надо быть сильной. Будь. Просто вот я сильная личность, ну да, а делаю-то я как? Расслаблен. Угу. Все, извините, ваш диагноз отменен. Благодарю. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот сейчас для каждого из вас пришло понимание, да, что сам диагноз, ну, не работаем с диагнозом. Диагноз что? Это просто название чего-то, что вы описать. Вы пришли к врачу, говорите, что-то со мной не то. Они такие, ага, фу. Вот давайте вот это вам придумаем. Это соответствует тому, что с вами. Но вас же никто не спрашивает. А что было-то? С чего вы так приняли решение вот так вот телом отреагировать? Никто. Привет. Привет, Гаяночка. Я очень рада тебя видеть и слышать. Я тоже. Я вообще очень рада, что я смотрю тебя, да, твои проработки, и сама прорабатываюсь. У меня столько раз каждый раз осознание. Каждый раз смотрю твои видео, пересматриваю там ВКонтакте. Вот. И каждый мне раз, очень, как очень первый нравится. Раз. Да, и каждый раз, как первый раз. Более да, осознанно каждый раз уже. Да. Угу. Да, 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 да. А у меня как раз такой запрос. Зрение, проработка зрения. Мне тут посоветовали, типа, операцию сделать, а я думаю, ну зачем я буду делать операцию? Нет, ты можешь ее сделать, что толку? Да, да. Вот, это я заметила то, что у меня ну, начало пропадать зрение лет 10 назад. В принципе, я уже как бы осознала то, что я не хотела видеть своего бывшего мужа, то, что он там пил, то, что, ну, то есть там дебоширил, вот это у меня тогда и ну, и смотри, голова тебе болела. Очень хорошо этот, чтобы ты уже, да, правильно говорила. Я не хотела чувствовать то, что я видела. Вот ты что-то видела, и у тебя были эмоции. Да. Тебе было как-то. Я не хотела быть в этом состоянии, потому что я что-то видела, а у меня от этого было состояние. Тогда ты вот учишься да. правильно говорить, ты потом сразу, ты же научилась так, и в любом, ага, у меня зрение там падает, и я сейчас не то, что хочу там зрение проработать, прооперировать, а я понимаю, что то, что я вижу, у меня вот здесь опять какое-то состояние. Тогда ты будешь быстрее находить причинно-следственную связь. А давай именно сейчас... состояние конечно, всегда. Конечно, конечно. Смотри, если ты говоришь о том, что он пил и что-то, то значит, ну, кто-то у тебя уже пил. Или пил, или да, тебе надо было да, быть такой же несчастной. Пил, да. Так если ты понимаешь, да. что вот понимаешь, это как вот я вот здесь пью кофе, а потом раз и вот это кофе я пила дома, а потом приду и найду вот здесь кофе в своей жизни. Почему? Потому что у меня есть знания, как пить это кофе. Да. А мне говорят, вода есть, я говорю, а может отрава. А мне говорят, это сочная, классная вода. Я говорю, нет. Мое бессознательное говорит, нет, я вот привыкла. Понимаешь? Да. И поэтому говорить, да, что да. там мужа не хотела видеть, он пил, тебе было безопасно видеть мужа, который пьет, потому что ты думаешь, что ты твоя мама. Ну, ты как бы глазами матери смотришь на мир. И ты же могла выбрать мужчину, который не пил. Он же не подошел к ЗАГСу бухой. Да. Такой,
А ты такая, давай да. замуж. Нет, он стал пить с тобой. Или он попивал, но ты вот по запаху такой, ой, что-то вот да. что-то чувствую, мое родное, как папка будет, да, как мамка да. буду. Вот, и мы там наплодим детей. Ну, или разведемся, сколько раз там мама замуж, выйдя, не развелась, не ушла от папы, столько раз мы потом пытаемся вот это вот допрожить. Мама не ушла, терпела, да, к примеру. И я буду вот это уходить, приходить, уходить, или менять, правда, физически, ну, или просто буду да. от него уходить. А я, Гаяна, когда осознала то, что вот именно я его тогда не хотела видеть, то, что вот он... И я думаю, почему нет, именно вечером, его. Когда вечереет, да. Не его ты не хотела видеть. Ты не хотела испытывать чувства, которые через чувства, него да. получал. Да, да, если ты только вот говоришь, я не свои. Хотела его видеть, ты говоришь, глазик размой. Он говорит тебе, сейчас. Да. И ты такая, да. что-то мне пленка да, да, перед глазами, может прооперироваться. Нет, может не говорить, что ты не хочешь это видеть. Может понимать, что то, что я вижу, я испытываю какие-то чувства относительно этого. Несчастная, там, никчемная, брошенная. За что мне это все? Да, я да, хочу, именно так. Понимаешь? Я просто испытываю те же чувства, которые испытывала моя мама. Тогда твой глазик не будет включаться. Ты не даешь посыл в тело, размой мне то, что я вижу, потому что мне от этого плохо, uh-huh. потому что я становлюсь своей мамой в эту секунду. Да. И когда и вот вечером... вечереет, uh-huh. я хуже думаю, почему именно вечереет я хуже вижу, да? Там кто-то говорит, как куриная слепота. Ну, это же уже убеждение, прям но сразу как, но когда я осознала, да, вот я тебя слушаю, и я осознала, и я начала видеть на маршрутках номера, сегодня 49, о, моя маршрутка. А раньше я не видела, то есть оно у меня было размыто, мне надо было стоять и присматриваться. А сколько вот. Тебе лет? 37. А что у мамы было в 49? Она встретила отчим. О, да. Наверное, так, где-то так. И что было. Там было у нее? Ну, она уехала на Украину, потом приехала, ну, сюда, тут жила с отчимом, потом они расстались, да, а потом они расстались. Почему расстались? Не сошлись с характерами, бухал? Нет, а нет, что? Кстати, он, нет, он прям хороший, Женя хороший, они общаются, кстати, до сих пор. Ну, и невкусненько хороший. Эмоций не хватает, да? Да, да. Он бы бухал, она бы его лечила, она бы... Да сколько можно, там бы шквал эмоций был, а тут невкусненько, неинтересный мужик. Ну, кстати, да. Видишь, что 49 у тебя, что ты маршрутку видела. Смотри, когда это эмоциональная зависимость, вот эмоциональная зависимость от негатива, это как наркота. Наркоману наркота. И ему говоришь, вот держите вкусненькое, вкусненькое, вот полезное брокколи. Он говорит, у меня ломка, ты мне дай что-нибудь ширнуться. Вот так это выглядит. И когда у мамы такая, вот я не хочу головой, я хочу не алкаша, а там была масса эмоций. А эмоции заложились у мамы в ее детстве. Вот эта вот зависимость негативная. Она уже там хапнула адреналин этот. Тело испытало этот страх, и он будоражит нервную систему. Она думает, ах, как классно, ну как оргазм, понимаешь, некий. И потом она идет такая, находит, такая, ааа, я здесь могу испытывать этот класс. А когда к ней приходит нормальный мужчина, она говорит, ты меня не будоражишь. Ну, это как стойло для меня, неинтересно, невкусно, я не чувствую эмоций, потому что я не знаю, как да, радоваться. Не знаю. Я не знаю, как радоваться такой, милый, как хорошо ты утром встал, солнышко, цветочки. Я знаю, когда жопа жопная. Вот тогда у нас с тобой прям помирились, поругались, примирились, постель, секс, поругались, опять скучненько, примирились. Хоть как-то либидо возбуждается. Поэтому да. отчим ей не было интересен. Знаешь, она как проверка. А точно я хочу быть богатой? Раз... там, я не знаю, хоромы, все, а такая сидит и думает, а счастье не привалило, надо слить, надо сказать, что он
ты хороший человек, но не мое, и пойти опять в свою хижину. Вот там хорошо, там привычно. Так точно. Так, давай так с твоим зрением поработаем. Да. Давай. Так что ты не видишь? Давай так, давай вот твой запрос. Я вдаль плохо вижу. Все размыто. Я давно проверяла зрение лет 8 назад. Ой, ну перестань. Ты что, я опять? Не знаю, что там. Перестань. Прям не знаю, что там. Ну, 3 часа об этом говорим, ты опять включаешь мозг. Да. Ну ты что, вот сейчас точно, как можно да. сказать, я не знаю, что там, когда уже тебе раздроблено, прожевано, еще ртом вот так сделали, и ты проглотила, и такая, я не знаю, что это. Это, наверное, зрение у меня что-то. Ты что? Не прикалывайся. Давай, ладно, так, вот ты вдаль что-то не видишь. Вот ты вдаль не видишь что-то. Как вот, давай сейчас, ты смотришь вдаль, увидеть точно. У меня нету четкости, и лица как будто раздваиваются, то есть 4 глаза, 2 рта, ну то есть вот так вот, если вдаль. Да, вот у меня какое-то двоение происходит, если вдаль и вечером. А ты прям это, вечером такая. Четко, да, вот именно, или когда вот сейчас вот пасмурно у нас. А да, и у меня вот так вот происходит. А когда у тебя... ярко, нормально. Почему-то вот то есть, это когда я заметила пасмурно, хорошо. Пасмурно, ты видишь вот такое вот. Двоится да. в глазах. Да, да. Когда да. пасмурно и вечером. Да, когда пасмурно и вечером. У тебя есть уже такое вижу. Состояние, что ты как пьяная? Есть, да. А мне ставили эту, как его... гидроцефалию, конечно. Тогда тоже 10 лет да, назад. Хочется уже назвать ее по-другому. Но ее уже да. нету. А вот это вечером, вот это, кто пьяненький приходил домой вечером, когда там еще дождичек был, или вот вечером приходил кто-нибудь такой? Да, да. И папка и каждый день приползал, падал. И муж. Угу. А давай вот с папкой. Что там за вот такое было, что аж как вот состояние было, что ты увидела вот это пьяного его, и вот. Ну, думаю, опять ругаться будут. Он сейчас будет кричать, принеси, подай, иди нафиг, не мешает, такое что-то. Ага, и что ты там решила? Он меня бесит, решил, ну, то есть такое, что... Да, я решила, что не хочу такое видеть. Ну давай ты вот там сейчас, и он пьяный такой заваливается. Угу. И вот говорит сейчас, ты такая, вот сейчас начнется. Вот что там хочется сделать? Оно прям противно так стало. Что хочется уйти. Сделать? Уйти не, не, хочется. Не, ты уже ушла от мужа потом. Что хочется сделать? Ты уже 100 раз поуходила от всех. Ну да. Что хочется сделать? Вот нельзя... Треснуть. Ну тресни. Тресни прям. Скажу, ты задолбала, а? Треснуть. Да, у меня какая-то агрессия такая просыпается. Да, да, да. Вот как и... будто не он мужик, а я мужик. Хватаю, прям швыряю. Ага. Да, а сейчас швыряй, хватай, как девочка. Не как мужик, как девочка. Вот просто хватай, швыряй, скажи, что у тебя с мамой? Мне наплевать, но вот бегать, прислужничать тебе я не собираюсь, понял? Хочешь, пей, хочешь, не пей. Это твоя жизнь. Мне все равно. Я знаю точно, что я выживу. Угу. Он сел, смотрит на меня. Ага. Такое, ничего себе. Да, скажи, видишь как? Угу. Скажи, пап. Вот скажи, папа, я тебя сейчас злюсь и швыряю, но я тебя люблю. Просто я не буду делать то, что ты хочешь. У меня нет к тебе претензий.
Вот прям скажу, у меня нет к тебе претензий. У меня нет к тебе. Просто у меня есть самое важное то, что ты меня задолбал. Я не хочу тебе прислужничать. Все. Да. А там хоть забухайся. У меня к алкашам нет претензий. Вообще, папа, это твои задачи с мамой решай. Угу. Да. Для меня и ты, и мама существуете как одно целое. И самое главное, что я могу не выбирать кого-то из вас. Для меня вы всегда вместе, чего бы у вас не было. Да, они теперь вдвоем таки стоят, слушают. Видишь, как классно. Скажи, ну у меня... А у меня, я говорю, я на них смотрю, почему-то уже с любовью, у меня нету никакой агрессии. Конечно, конечно. Такая прям любовь такая, умиротворение даже, скажем так. Да, ну он такой что... сел, сидит на полу, слушает такое, не кричит. Да. И вот сейчас ты можешь даже их там обнять, если хочешь. Если любовь, прям обними. Скажи, вы мои родители. Да. Ну, ваша жизнь – это ваша жизнь. Я понимаю, да. Да, что у вас свои какие-то там внутренние задачки, решайте. Вот посмотри на них, что это две души в двух телах. Смотри, такие раз, их родители такие тик, создали по одному телу, там души. Эти души нашли друг друга, чтобы что-нибудь там, давай я так, я тебя научу этому, а я тебя этому. И вот они играют. И такие, давай третью душу позовем, давай, сейчас сделаем тельце, и туда прилетит душа. И там раз ты такая прилетела. Ой, привет, спасибо, что дали тело. Они, мы твои папа, мама. Ты говоришь, да, я знаю, вы же дали мне тело. И все. Что они делают? Как они делают? Да это их задача. Это не делать, значит, да. Да, что тебе надо жить, как они. Не-не-не, у тебя вообще свой опыт. Абсолютно. Душа знает, пройдет свой опыт, как она хочет. Угу. Классно так. Да. Класс, да. И сейчас ты здесь и сейчас, вот эта часть твоя взращивается, вот эта, которая осознается, эта детская часть твоя, вот она выросла здесь и сейчас, и с тобой сливается с новыми знаниями, такая говорит, я в тебе, с новыми знаниями, ты сейчас все понимаешь, да, и сейчас посмотри вдаль, вечер, сумерки там, посмотри, как сейчас. У меня почему-то глаза были закрыты, сейчас прям... Прозрели? Не, как будто надо настроить, подкрутить что-то. Настраивай свои глаза, подкручивай. Прям да. Сама подкручивай, ты сейчас видишь своими глазами, глазами души. Когда мы выходим с программок, мы как будто только, знаешь, такие, о, а что, вот она жизнь, что ли? Это вот сейчас я своими глазами вижу. Угу. Да, подкрутила. Лучше. Угу. Вот подкрути, как хочешь. Вот прям подкручивай, как тебе четкость, яркость, как ты хочешь. Это как фотографию редактировал. Да. Угу. Почетче хочется, да. Ну, делай. Смотри, ты владеешь всем. Хочешь четче, сделай четче. Как только начнешь опять что-то там куда-то вылетать, опять такая, о, подожди, четкость же я настраиваю, я настрой. Ну, это такие какие-то крутушки почему-то. Я смотрю, я их кручу, так подкручиваю, Да, бессознательное показывает, как можно. Просто если мы не знаем об этом, мы этим не владеем. Когда ты уже знаешь, что это можно, у мозга такое, как это, а что это можно было? И оно будет соответствовать тому, что ты делаешь. Угу. Потому что, ну, как ты настроишь, так и будет. Ты же помнишь, у нас есть кнопка радости? Посмотрите внутри, подкрутите, возьмите, выключите кнопку агрессии, если захотите. Или включите ее сильно, чтобы оно уже разорвалось и вышло. Угу. Все в наш визуал. Мы же к этому идем, чтобы все это осознавать. Да. Подкручиваю. Угу. К
как вот туманец, конечно, еще есть, но надо докрутить, как туманец. Давай, докручивай. Вот прям вот, а что если вот туманца не будет? Что если сейчас раз и тумана нет, да? Что там? Вот прям давай посмотрим, что там. И подкручивай постепенно такая, знаешь, очень важно бессознательному. Давай, смотри, я подкручиваю. Видишь, что там? Туман — это когда я размываю что-то опять, что-то боюсь увидеть. А я постепенно делаю. Постою, посмотрю, бессознательному главное. Знаешь, там безопасно? Точно безопасно? Ага, безопасно. А еще уберу. Так, постояла. Никто не съел? Нет. А еще уберу. Ага, нога в порядке, рука в порядке. Никакой зверь на меня не вылетит. Целое, да. Да. Здесь... Все целое. Конечно, конечно. Вот когда я сама подкручиваю, думаю, слушай, нормально, нормально, то тогда оно, естественно, сразу разрешает убрать и туман, и все, когда у меня вот там нету вот этого, как говорится, галлюцинации в голове, что меня еще кто-то съест. Да, за туманом солнце. Да. Такое желтое. Да, а вот когда там солнце за туманом желтое, что ты чувствуешь? Вот там можно, знаешь, как за туман, или просто его убрать, посмотреть на солнце, что ты там чувствуешь, как тебе там? Что, на море хочешь отдыхать, да? Да, я вообще хочу на море. Давно хочешь? Жить даже. Давно, да. Год, ну, давай... два точно, ну, прям, блин, хорошо хочу. Так. Ну да, вот смотри, я хочу, а почему-то не еду. И тогда я лучше туманом закрою солнце, чтобы мне было легче, понимаешь, не думать о солнце. И вот давай сейчас ты прям на море, на солнце, вот какая разница, да уже там плюхнись, отдыхай. Скажи, все, добралась. Вот дай прям. Наконец-то, да. Конечно. Ну представь, если мы создаем, как мы создаем конфликт в теле. Голова хочет на море, а в теле там есть типа... Не время, долги, дети, вот эта вся хиня. Ну да, дети, дети. И получается, что ты создаешь конфликт плюс с минусом. И такая, чтобы постоянно вот не чувствовать себя обделенной, ты можешь еще размыть себе вот это солнце туманом, закрыть и сказать, хватит, невозможно уже, потому что ты хочешь одно, тело хочет другое, идет конфликт. А когда ты говоришь, а что я размываю, пойду туда на солнце поваляюсь. Увижу, что все нормально, я могу вообще отдыхать, кайфовать, и дети не помеха. Это вообще маме были, наверное, дети помеха, а не мне. И я могу, если что, половинку детей оставить здесь, там двух, а там двух забрать. У тебя сколько детей? Четверо. Четверо, видишь, а двух забрать с собой. Да. Нормально, все выживут, все классно. Что для этого сделать? Первое, разрешить, показать телу можно. Второе, убрать все глюки, что с детьми сложно, детей оставлять нельзя, вот эти все глюки, что вот денег не хватит. Да ты разреши, может кто-то пригласит, скажет, поедем, я еду, и мне нужен человек, поедем вместе, да? Разрешите, да. Допустите, что вам могут давать подарки, что вам могут просто вас приглашать могут. Меня же приглашали в свое время, там и по 600, и по 700 тысяч путевки были. Ну, вот так подружка настолько хотела, чтобы я с ней ездила, что я еще брала всю семью с собой. Классно. Просто говорю, одна не поеду. Ну и все. Я просто допускала это. Понимаешь? Она делала для себя, потому что ей хорошо со мной. Ну, потому что у меня прям полностью я согласна. Хочешь, поеду, давай оплачивай. Все. Да. Это когда я переехала, ну, в город, а потом думала, что-то я на море не переехала. Я же могла тоже так же переехать, собрать всех и переехать. Ну, а что я так не сделала? Ну, значит, тогда не была готова, поняла? И это идет как чуть-чуть обесценивание себя. Я ж могла, но не сделала. Не обесценивай себя. Возвращайся туда к себе и прям там скажи, слушай, ты могла бы, но, значит, была не готова, пока мозг не видел этого. Поэтому ты сделала именно так, как тебе важно было на тот период. Знаешь, а я бы могла соломку постелить и не упасть. Кстати, да. Не да. надо. Да, это получается, если бы могла, сделала бы. Не сделала, значит, сделала так, как очень важно было на тот период сделать. Да, и вот прям там говоришь себе, что ты молодец, сделала так, как важно. А если ты захочешь куда-то потом переехать, как только ты будешь готова, поверьте,
Сегодня исполнилась моя мечта всей моей жизни. Никому, блин, не скажу пока. Ну, на пиздела это Ангелина. Она мне столько раз об этом сказала. Я понимаю, что это же мой запрос. Она мне говорит и говорит. Я говорю, да что ты болтаешь? Зачем ты об этом говоришь? Она говорит, а может так? А может так? И прям говорит мои желания, о которых я... Оно есть, но я их не осознаю. И она столько сказала, что сегодня я воплотила это желание. Это уже будет там, например, в конце месяца все. Но меня это так зажигает. Я сегодня еду, у меня аж до слез. Я говорю, Господи, я столько лет это хотела. Я хотела столько лет это, но отгоняла от себя это желание. Думая, что не, зачем, почему. И вот когда я согласилась внутри, все сложилось, пазлы так, что я это реализую. Понятно? То есть, как бы вы что-то не хотели, если оно не получается, значит, внутренне есть пока не готовность. Когда вы готовы, оно у вас вот просто вы так фу, выдыхаете, такое, ну будь как будет. И оно просто складывается. Складывается четко. Четко, как вы хотите. Да. Просто, ну вот ты же это знаешь, как работает. Угу. Да, знаю. Что сейчас глаз скажи? Глазками. Ну, давай. А вот нету тумана. Да. И вот сейчас там раз лица появляются вдали. Как ты их видишь? И как раз сумерки на улице. Они улыбаются, я вижу хорошо, да. Нету вот этой четыре глаза два рта. А посмотри, вот они улыбаются, и вот это лица мужские или женские? А почему-то мужские. Да, и улыбнись в ответ. И почему-то они в море стоят так по колено. Ну, я же там на пляже была, ну, на закате. Да. Ты поняла? Ты поняла, о чем? Да. Вот. Что там? Ага. Там, да, там что-то произошло, ты ж помнишь? Можешь не озвучивать? Да, вот. Нет, это я не совсем понимаю еще. Угу. А если поймешь? Ну, если раз и поймешь. А. Да. Да. Ну да. Сейчас поняла. Да, поняла. Поняла. Что сейчас в теле? Нифига себе такое что-то. То есть интересно, да. 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 Угу. Что там не дорешала? Где? Ну вот там, где интересно. То, что поняла. Что там не доделала? Понятно, дело. Да, что там не завершило? Ну, у меня почему-то сразу такая мысль, что убегаю. Да, вот не убегай там. То есть мне так, я лучше тут на бережку посижу там? Не. Вот перестань убегать. Да, опять убегает, кстати. Угу. Что, если там не убегать и, наконец-таки, знаешь, допрожить? Там, проявиться во всей красе. Ну, как ты умеешь, не играться, а проявиться прям так. Эгегей! Ну да. Чего не ждали? А я такая! Могу присядку станцевать, да? Конечно. Все можешь. Вот там не играть. А вот прям показать себя какая, быть такой максимально честной. Вот, да, вот так, да. Ты видела, как, да? Ну.
Да, я пошла. А почему-то мне такое отдельно такой силуэт такого мужчины, тоже так стоит в море. Вообще какая-то уже Санта-Барбара у меня раскрыта. Не, нормально. И как тебе? Нормально, да? Конечно, конечно. И как тебе? Вот когда вы тоже так же... Он... Ага. Классно. Да, и вот когда ты полностью такая, какая ты есть, не играешься. Да, вообще супер. Угу. Угу. Такого хорошо, а так? Да, и вот это состояние, вот прям там, ты можешь прям слиться, вот слиться с этой картинкой, прыгнуть в эту картинку и кайфануть. У меня, знаешь, такой какой, как будто, как камень такой в душе, такой плюх вот так. Угу. Да, и запомни, всегда можно быть настоящей, не играться, не пытаться. Всегда вот я такая, и человек тоже чувствует, говорит, так и я так. И вы вместе там. Да. Вы на чувства идете друг друга. Да, класс. Да. Хочется даже, знаешь, это сказать, блин, я так тебя давно искала, и вот нашла. Угу. Ой, гусь, кричак. Да, и вот... Там можешь... Подожди. В принципе, и с этим человеком вот прям, знаешь, как вот прожить какой-то этап вместе прям. Показать телу, что безопасно быть честной, открытой, проявлять эмоции. И вот я тебя искала, я вот нашла то, что мне отзывается, и с кем мне безопасно проявляться, быть такой, какая я есть. Не играть. Тело всегда хочет не играть. Оно хочет, чтобы любили такой, какая есть. Максимально там открытой, максимально честной с собой. Поняла? Ты звук выключила? Уже включила. А, включила? Может, она... А, выключена у нее уже. Да, да, я просто его выключила. А потом опять отключила, да. Угу. Включила, отключила. Да. Да. Ну, мы домой такие идем, прям вот допроживая, да? Угу, угу. Все, живем вместе, прям хорошо, да. Так. Да. И всегда поставь себе именно новую такую заставку у себя всегда, что, чтобы не было в жизни, я могу общаться. Общаться с человеком, да. Выговаривать, договариваться, разговаривать, не прятаться, не играться, не бояться, а вот быть максимально открытой, и как взрослые люди, они вот сидят в диалоге, разговаривают. Ой, знаешь, милая, а мне вот это хочется, а вот это мне не нравится, вот это хочу так, он говорит, а мне вот так, так, так. И вы так, знаете, у вас есть договоренность друг с другом, он имеет право что-то говорить, ты имеешь право что-то говорить. Не умалчивать, не играть, не сидеть там обижаться. И думать, все, нафиг, разведусь. Нет, и убежать. Не надо. Так ты умеешь делать четенько. Mm-hmm. Это уже все осознали, дали тебе герой. Орден героя. Медаль, да. Сейчас можно по-другому договариваться. Учитывая свои за и против, и учитывая человека мнение. Да, кстати, да, я всегда молчу, накопила, ну, а потом на, да. Как это, как ураган какой-нибудь. Ну да, оно ж копится, а потом ты такая, как гейзер, бэк, и человек такой, нифига себе, а что случилось, все же было хорошо. Такая, я играла, да. Он говорит, а зачем? Да. Ну класс, что, как сейчас видишь? У меня нет тумана этого, ну, давно уже, да, и такая четкость появляется, ну, то есть, мне прям, мне хорошо. Ну, супер. Вот по ощущению, мне так прям хорошо, все вот это. Да. Именно такой вечер, закат, море.
мужчина пришел, все увидел, все, я пошла. Классно. Сворачивай свое бессознательное обратно, вот прям эту картинку сворачивай в себя, а закрывай окошко бессознательного, оно в тебе. Ты можешь вот каждый раз там себя вот так можешь по шее потрогать, и сразу эта картинка будет у тебя проявляться. И ты прям ее вживляйся в нее, вживляйся, потому что помним, да, нашему... Вот недавно одна девочка, не буду говорить ее имя, просто взяла, создала себе там, написала. У меня на карточке столько, и каждый раз там писала. А в итоге ей на карту пришли деньги. Ну, правда, у меня на карточке, но она не написала, что у нее лично. Она написала, карта такая-то, карта Тинькофф, такие-то деньги. Один в один эта сумма пришла на карту, но это были не ее деньги. Я говорю, что надо было указывать мою, свою карту, просто мои деньги, моя карта, мои деньги, а не просто карта такая-то. Деньги пришли. То есть смотри, бессознательному все равно. Если ты разрешил, оно допустит, но надо указывать. Какого мужчину я хочу? Не просто мужчину, они разные. А какого именно, чтобы понимать, что он какой мужчина? И описать его качество, которое, если я это качество принимаю внутри, прям вот он такой, 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 как у меня, то он богатый, хочу богатого мужчину, он приходит богатый, да? А как внутри, да? Да, а внутри, например, а если он богатый, а я не осознала, что тогда он будет гулять, или у него семья, или он женат, или он, ну так эти качества тоже надо было учесть. А потом он приходит богатый, угу. А он женатый. А он со мной не живет, а он бухает, а он мальчиков любит, а ты это учла? Нет, ну я постоянно об этом думала и боялась. Молодец. О чем думала и боялась, то и притянула. Богатый разрешил, а все вот эти характеристики, как говорится, чайника надо знать. Потому что он может будет летать. Да, это точно. Все, дорогая, ну что, я тебя благодарю. Люблю тебя. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Пока. Пока-пока. А, да, извини, операция отменяется. Операция И отменяется. Так, ну что у нас? Ольга. Ой, что-то мне кажется... Ольга. Ничего, такая жертвочка что-то... Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Сейчас просто вышла немножко. Дверь закрою. Здесь не закрывается, ладно. Так. Вот такое впечатление, что прям зареванная какая-то, прям поплакать. Не-не-не. Ну, было, любишь, потому что да? Прорабатывалось. Было, прорабатывалось, да. Ну ладно. Просто не ожидала, что вы так на работе, поэтому... Что ли там? Ну, вопрос у меня такой, что по поводу финансов. Угу. Как-то работа не получается. А зачем тебе финансы? Так, зачем мне финансы? Ну, отдохнуть хочу. Так ты финансы чего? Хочешь или отдохнуть? Финансы на отдых. От чего отдохнуть? Так, от чего отдохнуть? Идет от самой себя. От самой себя. А в чем себя уже напрягаешь так долго, что уже устала от себя? В чем себя достала уже? Достала, наверное, не разрешаю легкости себе. Угу. Да, давай, выпускай это, конечно. Да, не разрешаю я себе легкости. Сама себя напрягаю, сама от себя хочу уже дать дёру. Точно. Да. Проживай, вот отпускай. Вот когда ты решила... Себя не слышать, когда ты от себя там отказалась, от легкой, помнишь? Идет 3 года. Угу. Что там было, что ты так решила? Помнишь.
Да, давай, давай, молодец, пошли туда. Да, проживай, Оль, проживай. Переезд. Угу. Да, вот там переезд, и что ты там вот чувствуешь? Одиночество какое-то. Угу. Да. А куда ты там переехал? Родители переезжали, мы переезжали в другой город, я так понимаю. А там это вот одиночество, чье это? Кто там себя так одиноко чувствует? Ну, мама. А почему мама там себя так одиноко чувствует? Ну, потому что, наверное, куда едет, не знает, что там будет лучше или нет. Да. И вот мама, когда не знает, как там будет, лучше или нет, какой она себя, вот как, какую эмоцию вот ты видишь? Она вот боится быть одинокой или она боится, что там будет, не выжить или что вот мама? Не выжить, скорее всего, не выжить. Да. Угу. Ну вот, она больше боится, что она не выживет или больше боится за тебя? За детей. За детей, да. Вот к маме там подойдешь сейчас в 3 годика, скажи, мам, мы выжили. Мам, мы выжили. Мам, мы выжили. Мамочка, не бойся, мы все выжили. Скажи, я знаю, ма. Я знаю. Мам, 100% знаю, вон, смотри, прям покажи ей всю жизнь. Скажи, вон, переехали, вот так. Прям пусть мама увидит. Ты такая, я Мелафон из будущего. Открой ей прям. И пусть она увидит. Мама, скажи, мам, смотри, поедем. Будет вот так, вот так. Вообще не парься. Вообще не парься. Да. Угу. Что сейчас мама, когда ты такая раз и открыла все? Как ей сейчас? Когда она увидит? Ну, она как бы поднялась, как будто она там землей занималась, поднялась, посмотрела. Угу. Ну, как-то так удивленно. Ну, будет и будет. Ну, без эмоций, как-то не эмоционально. Да, не эмоционально. Ну, сейчас есть у нее вот этот страх? Где? Да нет, она как-то безразлична. Ну, хорошо. Угу. Да, как тебе, когда она безразлична, безэмоционально, говорит, ну, хорошо. И мне хорошо. Да. Какая мама там вот вообще, что она там в земле копается, что-то делает безэмоциональная? Какая она? Ну, как несчастливая, так поэтому отдается в землю. Как будто там что-то ищет. Заземляется мама, улетает часто, поняла, в мыслях. А ты к маме подойди там, скажи, мама, ты счастливая, что в земле копаешься? Что, заземляешься? Нет. Она говорит, нет? Ну, нет. Но она и так говорила, нет. Да. А ты скажи, мам, а ты когда-нибудь была счастливая? Нет. Угу. Скажи, мам, а когда ты вот в годик была, ты была счастливая? Годик. Что она годик, говорит? Да. Да. Мам, скажи, а в 3 года была счастливая? Угу. А в 5? Нет. А в 4? 4,5 ее в детдом отдали. О, скажи, мам, ты вот там в детдоме счастье свое потеряла? Да. Скажи, забирай, мам, вон оно лежит. Покажи, скажи, вон, мам, оно лежит на кровати, иди забирай. Ну, она побежала. Да, как котелек забрала. Да, да. И вот посмотри, как мама его так на себя, не знаю, или одела, или встроила. И посмотри, какая она сейчас там, когда она забрала счастье. Кружится, да. Платье, как будто так и весело стало. Да, да. И вот смотри, она сейчас начинает такая расти, такая 5,5, а у нее есть это счастье, 6,5, 7, 8, 10, ты. И она растет вот туда, и перед тобой появляется с этим счастьем. Какая она сейчас? Она сейчас счастливая. Да. Так, как, тогда как она в земле копается? Так, да, приплясно. Как она сейчас там огород полит, как в этом, в кинофильме каком-нибудь, со шваброй, когда танцуют, или с этим, с метлой. Да. Видишь, какая мама счастливая?
Да, сейчас, да. Да. Сейчас на песне поет танцевальная. Легкая, счастливая, классная такая, да. Скажи, мамочка, поделись со мной тоже, я же твоя дочь. Смотри, она прям такую энергию на тебя посылает часть. Я говорю, доченька, благословляю тебя, ты у меня самая счастливая. Я счастлива, и ты счастлива. И дает так тебе так. Кайфуй, дочунь. Да. И вот ты такая, наполняешься и тоже такая крутишься там что-то и начинаешь расти. Растешь такая с этим новым качеством счастья, вот знаешь, легкости и счастья, радость. И вот проходишь все твои жизненные этапы, и там что-то было, а ты такая, я ж счастливая, а ты говоришь, а я счастливая и радостная. И вот над всеми этими ситуациями просто улыбаешься. И так кто-то там пытается крикнуть что-то, а ты говоришь, а я счастливая, и так, знаешь, как этим счастьем окутываешь, и они сразу раз. И тоже счастливы. И говоришь, я знаю, что вы такие это. Как это, помните? Я знаю, что ты такой грустный или злой, у тебя велосипеда не было. И так сразу, раз. Да. Да, да. Аж все мурашки, да, ноги мурашки. И вот расти, вот сюда прям к себе сейчас подходишь, перед собой стоишь и говоришь, в тебя захожу. И вот заходишь ты новая в себя сейчас, соединяешься, так как раз. Угу. Ага. И вот сейчас, почему? Да, вот сейчас ты это она с новыми качествами. Легкая, счастливая. Угу. И сейчас перед тобой появляется фигура. Какая-то, не знаю кто, неважно, просто фигура. Что ты чувствуешь? Она темная какая-то. Ну, просто да. закрытая полотно. Ну, как вот черного, знаете, как это бывает, эти, как, господи. Памятники накрывают. Ага. Памятники накрыты брезентом, что ли? Ну да. И сейчас такая, господа, рука такая, блух, снимает брезент. Что там? Ну, памятник какой-то. Кто? Мужчина. Да, кто этот мужчина? Ну, какой-то полководец какой-то. Посмотри фамилия, как написано. Кутузов. Не знаю, почему. Неважно. Да, что ты чувствуешь, когда видишь памятник Кутузову? Какой? Ну, опиши мне. Мощный. Ага. Мощный. Еще какой? А, великий, мужественный, статный. Угу. Да, вот сейчас, когда ты о нем говоришь, вот какой он. Угу. Угу. Какая ты рядом с этим памятником? Маленькая. Маленькая. Просто, да, хожу вокруг. Ага. И сейчас смотрю, он тебе говорит, и ты такая же. Ты ну, тоже великая, статная. Говорит, ну, как бы так, как весы. И мощная. Такие. Да, вот он прям тебе вот так берет и дает, говорит, ты такая же. Ты такая же. Ты такая же великая, мощная и статная. И вот так туда ты подрастаю. Подрастаешь, и он тебя держит вот как будто рукой и дает тебе вот это все величие, статность, мощность. И прям посмотри, как ты так тоже, знаешь, он полководец, а ты вот при нем тоже как вот кто там, какая-нибудь княгиня, я не знаю. Прям увидь себя. Ну, вижу. Угу. Платье в таком шикарном, не вижу. Да, как тебе сейчас с ним? Ну, я уверена. Да. Ну, иду с ним. Я знаю, что впереди он. И ты ему скажи, я думала, что я чем-то от тебя отличаюсь. Я думала, что я от тебя чем-то отличаюсь. Я думала, что все богатые, они такие великие, статные, полководцы, мощные. А я там ребенок. Оказывается, что только я так думала. Ну, оказывается, я тоже статная, великая и мощная. И я сейчас поняла, что мы с тобой ничем не отличаемся. И я не ребенок, а я статная, великая и мужественная, мощная. Мощная. И сейчас такие же все, поняла, там такие же богатые все приходят, и ты такая с ними начинаешь коммуницировать, общаться, и вот через год посмотри, что с тобой. Да, вокруг всех такие больные платья, да.
Да, через 5 лет посмотри, как ты с ними опыляешь, что ты такая же, как они. Вот смотри, как тебе. Видишь, ты тоже? Да, мы всех таких же, да. Как бы окружает мир такой же меня. Да, как бы... и через 10 лет. Ну, только почему-то не в реальности, а вот в то время, когда ходили в этих бальных платьях. Не, ну ты ж полководца увидела. Ну, какая разница, и здесь можно. Ты можешь сейчас повернуться и так, 2023 год, и увидеть их всех просто богатыми людьми, и ты с ними. Вот люди, у которых все есть. Они обычные. Да, видишь? Угу. И вот это было этот финансы. Это ты думала, у кого деньги, они такие выше тебя в 3 головы, а ты перед ними тетенок. И они такие, мощные, и то бессознательно так это считывала. А сейчас ты поняла, бессознательно ему говоришь, что только я такая же, как они, я не ребенок. Mm-hmm. Понятно, да? Ну, я точно личность, и не надо думать, что если я с людьми, которые там финансово богаче, то я там, знаешь, как-то ниже, меньше. Это только глюки были. Поняла? Да. И сейчас давай, когда ты осознала, проговори мне сейчас опять твой запрос. Вот это финансы. Скажи финансы. Ну, финансы, я просто сама смогу их заработать. Да. У меня как-то нет запроса. Классно, да? Когда такая финансы, ну да, финансы, и чё, Гаяна. А чё ты меня спрашиваешь за финансы? Да, Галяна просто как это, волшебница. Да. Классно. Ну, у нас состояние такое интересное. Угу. Как бы да. Бывать во всех, как бы в то время окунуться просто. Ну, как бы по ощущениям, по телу, прикольно. Да. И вот это сейчас отдохнуть хочется, есть? Да нет, ну как бы я и так нормально. Да, есть такое понимание, если я хочу отдохнуть, ну я поеду отдыхать. Ну да. Нет такого, что я устала, не знаю, что делать. Нет, такого да. Нет. Угу. У тебя чуть-чуть это, вот я только написала, я еще ты не вышла в эфир, когда я написала, такая жертвочка была в тебе, прям жертвочка такая. Сейчас не чувствую. Сейчас ты стала такой мощной княгиней. Ну, уже и в наше время, поняла? Обращайся к внутреннему ребенку периодически. И вот это, как только куда-то впадаешь, прям маму помнишь на огороде, всю такую шуструю, там, поет. Вспоминай маму, что она забрала свое счастье, она счастлива и может тебя всегда там своей энергетикой напитывать. Хорошо? Угу. Всем благодарю. Пожалуйста. Все, да. Спасибо. Пожалуйста. Очень класс. Прикольно, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Олеся. 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 Песня была про Олесю. И есть песня. Здрасте. Привет. Ну, я так рада, что попала. Я столько просила всегда. Хотела с вами поговорить, пообщаться. Все, что хочешь, все получаешь. Насколько готова, настолько и взяла. Да. Угу. Я, в общем... Ну, у меня прям сильных, страшных таких проблем нет, там, или со здоровьем, или... Почему запросов, у тебя нет что? Сильных проблем со здоровьем или там с чем-то? Здесь смотри, я хочу, чтобы все осознали, мы работаем не только с проблемой, мы наоборот работаем с той частью, да, которая беспроблемная. Потому что ты, наоборот, можешь прийти и сказать: «Гаяна, сколько тебе лет?» Мне? Да. 32. О, зависла 31. Ты. В 21 ты зависла. Сколько тебе? 31. А что у тебя было в 21? Я 21 сказала? Нет.
я написала, что тебе 21. Что у тебя было в 21 10 лет назад? 10 лет назад? Да. Так, сейчас вспомню. Не надо вспоминать, первое, что идет. Замуж вышла. Вышла замуж. Что ты там зависла? Что ты там еще не прожила? Я развелась потом. Сейчас я еще раз вышла замуж. Угу. А что ты там оставила в 21? Что ты там забыла? Вот посмотри, что ты там оставила? Какую эмоцию свою? Ну, обида на мужа бывшего. Это да. Прорабатывала как могла. А какую могла эмоцию ты там свою оставила? Обиду, что ли, оставила там? Что ты там? Какую... Ну, до сих пор обида выходит. Какую себя ты там оставила? Кого? Какую себя ты там оставила? Вот у ты себя. Там, да, вот ты там какая-то была, и ты там себя оставила. Зависимая. Решила... Зависимую ты там оставила себя, да? Какую-то вот, знаете, бедненькую такую вот. Вот. Бедненькую, зависимую, обиженную ты себя там оставила, да? Угу. А до, ну, а до этого время. Какая ты была? Ну, обычная, нормальная, ну, как, никаких таких у меня не было претензий к себе. Заберешь тебя, себя ту вот обычную, нормальную, без претензий к себе? Да, вот сейчас я вроде такая. Забирай ее оттуда. До замужества? Ну да. Так, я забрала себе. Нормально. Вот, угу. Да, вот соединяйся с ней так. Ага. Классно? Порозовела. Ага, да. Окей, давай сейчас. В чем твой запрос? Выходи. Ну, вообще запрос, я, знаете, честно сказать, хотела бы вот тройню, но почему-то у меня выходит, нет, вот знаете, как вам сказать, что третий ребенок почему-то какой-то больной. Вот я вот вижу этот образ, но как будто бы вот третий ребенок как будто умрет при родах. Вот, ну, я от этого образа не могу избавиться. А сколько у вас детей у мамы? Я одна. Одна. А мама сколько детей хотела? Я не знаю. Она вообще как бы хотела много, но так получилось, что родила только меня. Еще один ребенок до меня, у нее выкидыш был, по-моему. Угу, до тебя. А у бабушки сколько, вот мама, сколько их детей? Ну, мама из скольких? Двое. Двое. А что у бабушки Два. Там? Кто-нибудь умирал? Почему? Вот это я не знаю. Она у нас такая была жесткая, она прям вот такие вещи никогда никому не рассказывала, я не знаю. Хорошо. Увидь в образе тройню. Зачем тебе тройня, не пойму. У тебя есть дети? Да. Сколько? Двое. Еще трое хочешь? Тройню? Да. Зачем? Для себя. Это не внешняя мотивация, это внутренняя. Вот прям не, хочу. Не, я поняла. Зачем? Не знаю. Мне вот прям вот охота. Не, нельзя не знать. Три сразу. Ну, если бы знала, то зачем? Вот если бы знала. Так, сейчас, что первое приходит. Вот какая Чем ты? Мне тройня? Да, какая ты? Раз и тройня. Ты такая большая. Ой, живот, счастливая огонь. Такая. Ага. Счастливая. Такая. Это, да, ага. Все дружно, дети. Все живем, общаемся. А сейчас не дружно, да, общаетесь? Сейчас дружно тоже. Ага. А если будет трое, то будет дружнее? Да. Ну, не то, что дружнее, будет прям мне комфортно, приятно. Проговори, мне не хватило братика, сестренки.
Мне не хватило братика и сестренки. И я хочу сейчас сделать футбольную команду, чтобы вот эта семья была, блин, друзья. Я хочу сделать футбольную команду, чтобы была семья большая. Да, чтобы мои дети не могли прийти друг с другом, общаться как родные, а не ходить искать подружек и друзей на улице. Хочу, чтобы мои дети прям вот общались между собой, чтобы прям ходили друг к другу в гости. Да, того, чего мне не хватило. Ну, да, возможно. Но у меня был сводный брат в первом классе, я когда училась. Адо, игрушки были только твои друзья? Нет. А кто? Двоюродная сестра, мы с ней постоянно вместе росли. Ага. Вместе общались, прям как сестры были, ну, живем рядом. Ага. А потом я поступила в лицей после 6 класса и жила там, в лицее. Как тебе там было? Честно сказать, не очень хорошо, но я очень благодарна за знания, которые я там взяла. Это ясно. А почему было не очень? Какой ты себя там ощущала? Одинокой. Да, да, понимаешь, вот там отмени быть одинокой. Вот нельзя, если там быть одинокой, то какая ты там? Не очень мне все равно. Даже это если ясно, я как, если не нельзя быть одинокой, то какая ты там? Я как изгой, потому что у меня была другая нация и другая религия. Ой, ну это ты уже попридумывала. Это вот... Кто чувствовал себя изгоем, мама или папа? Где ты это унаследовала? От кого? Ну, наверное, мама. Да, почему? Когда она выходила замуж, она переехала в другую страну там. И она решила, насколько она общительная, не смогла. Какая? Ну, она общительная, так, может, с любыми, ну, те общие контакты, интересы, но там было ей трудно. Почему? Не знаю, другая страна, другие понятия, законы, религия. А что за страна? Россия. Россия. А откуда она приехала? С Казахстана. И то есть ты хочешь сказать, что все, кто приехали из Казахстана, такие, ой, это закрытая страна, нельзя здесь общаться, да? Ну, она казашка, и, ну, так вот, свекровь ее не очень приняла. Так ее свекровь не очень приняла, или то, что она приехала, страна как на нее повлияла? Вот приехала, здесь вообще открытая страна, мама общительная. Мама может общаться с кем хочешь. Что ее в России прям по платок ей одели, не дали ей общаться? Может, она не готова была? Может быть. Да. И вот... Ну, в итоге я там родилась, получается, и потом она переехала, мне там, не знаю, 2 или 3 года была. Куда переехала? От отца ушла. Обратно вернулась. Ага. В Казахстан. Мы в Казахстане жили. Да. То есть, получается, мама просто не то, что Россия или свекровь виноваты, да, здесь нет виноватых, просто она приехала, она более там была для нее привычно, а здесь она почувствовала себя изгоем, потому что... Ну, нет уровня знаний коммуникации, что вот пришла, и вот где человек везде коммуницирует, ему все равно. Он в Африке будет со слонами коммуницировать, правильно, если он умеет? А просто она с одной стаи прибилась к другой стае, а там по-другому. И ей было некомфортно, не адаптировалась мама. Ты же знаешь казашек, которые приехали в Россию, и, блин, офигенно у них все. Есть же такие? Ну да. Я понимаю, ну, если бы мама была. Да, если бы мама была русская и поехала бы там в страну, где закрыты и нельзя общаться, вот тогда бы я поняла, от обратного бы мы пошли. А если она приехала в Россию, где вообще все можно, где законов не существует, общайся, что хочешь, делай. Угу. Так мама изгой или просто она так себя чувствовала, потому что не адаптировалась? Ой, звук выключился. Это очень важно осознать, чтобы у тебя перезаписалось, чтобы была новая информация, потому что мама не изгой. И тогда ты не будешь эту информацию брать и тоже у себя как бы привносить, что я как изгой. Ты тоже не изгой. Да, вот там к маме, вот где
ты подумала, что вот она приехала и со свекровью не очень, и другая страна, типа я другой нации, поэтому вот скажи, мама, не гони. Ну, ты просто привыкла у себя, ну, к общему такому узкому кругу близких. Близких создала и привыкла, а очень сильно не выходила куда-то на аудиторию и не знает, как эта коммуникация. Ну, родственники, там, подружки были, а также она не ходила там во все общины там или дальше, да, не проявлялась. Поэтому в России не знала, как найти. Надо ходить, чтобы с людьми общаться. Говорит, привет, как дела, давай пообщаемся. Она этого не делала. Ну, делала, она и работала там в садике. В школе, не знаю, в общем, там вроде как и подруги были, но ведь, ну как, не чувствовала она вот этого всего, ну, через несколько лет уехала. Что не чувствовала этого всего? Чего именно? Какого-то тепла, что ли. Они вот, не должны не ей давать тепло, понимаешь? Вот там надо маме объяснить, что тебе никто не должен давать тепло. Она ждет от людей такого же менталитета, как там. А люди не должны, они не родственники, они только с ней знакомятся. Поняла? Это важно осознать. Ну, я приехала в Москву и жду, полюбите меня. Они говорят, да с какого хороша? Хочешь себя полюбить, люби себя. Хочешь, адаптируйся к среде. Ну, это как ты адаптация к среде, к новой. Понимаешь, да, о чем я? Вот приехать на север и ждать солнышко в декабре месяце, потому что на юге жила. Ну, не получится так. Там нет солнышка, там холод. Придется адаптироваться. Но мама не изгой, это важно понимать, что она ожидала, вот ты понимаешь, если я приеду сейчас в Армению, все стол накроют, я приду здесь в Россию и скажу, а у нас так делают, они скажут, а у нас так не делают, значит, я адаптируюсь к тому, что, например, скажут, пошли в кафе, сами друг за друга заплатим, я скажу, окей, приеду в Европу, там будет еще по-третьему, там еще и просто в гости не придешь, надо будет позвонить за месяц вперед, и везде мы адаптируемся к новой среде. К новым законам, к новым традициям. Понятно, да, тебе? Да, и ты тоже, когда приехала в училище, да, в техникум, где ты училась? Ты тоже в лицее. В лицее. Пришла туда и такая, я одинока. Но там же есть другие девочки, которые тоже приехали с других городов и адаптировались. Нет, нет, понимаете, ну да, это я уже поняла, что там это от меня, но по идее с такой нацией, с такой религией была только я. Это твои убеждения, у тебя убеждения, и я тебе еще раз скажу, нация здесь ни при чем. Это твое глобальное убеждение, которое будет тебя постоянно заставлять вот верить в эту ахинею. Я тебе объясняю, вот такая нация, это какая нация? Ну, все были казашки, я была русская. Все были мусульманки, я была христианка. И что? Ну, как-то склоняли меня больше к мусульманству. Чтобы как я они это меня. Делали? Что вот, как они тебя склоняли? Наклоняли за голову или что? Нет. А как? Так, просто они доказывали, что... Да, вот согласись там с ними. Согласись, скажи, христианство, да, не очень. Да, да, скажи им там, да, вы правы. Вот не борись, ты всю жизнь доказываешь. Да, всем. Вы правы. Скажи, да. Я тогда боролась сильно. Смотри, прямо сейчас потом... ты там, согласись с ними. Угу. Скажи, вы правы, да. Я больше с вами не воююсь. Ты воюешь постоянно со всеми. Смотри, не воюешь, а доказываешь. Зачем тебе доказывать? Может, мама там не доказала какую-то свою правоту, и ты сейчас берешь это и проживаешь здесь. Зачем? Зачем кому-то доказывать, если у тебя есть свое мнение? А у людей есть их мнение. И тогда ты. Ну, в основном думаешь... я думаю, что это больше себе, наверное, доказываешь, когда другим. Нет, а зачем тебе доказывать, что ты Олеся? Ты сильно перед зеркалом доказываешь. Я Олеся, если что, я Олеся. Я Олеся. Ты доказываешь себе свое имя? Нет. Так может, ты кому-то пытаешься доказать? Потому что мы себе ничего не доказываем. Мы доказываем кому-то, потому что есть протест. Смотри, у тебя какой идет. Есть сообщество людей, которые тебя склоняют к чему-то. Опять же, вернемся к маме. Было сообщество людей, русских там, к примеру,
там это свекровь, там еще кто-то, родственники, которые ее к чему-то склоняли. Это только ее было убеждение. И она там приняла решение, что это потому, что я другой нации. И это передалось тебе, и ты здесь говоришь, ну потому что я такой нации. Потому что вот все казашки, а я русская. А у мамы все русские, а она казашка. И вот это вот идет, вот это. Ты просто сейчас делаешь такой перенос на себя, чуть-чуть наоборот, но проживаешь то же самое. И это у тебя все сформировалось вот там, в училище, где вот они тебя склоняют. Они просто говорят. Слушайте, в одно время я общалась с девочками, которые... Не будем брать нации, да, у меня мама русская, папа армянин. И я помню, как эти девочки мне говорили, ты что, еще девушка? А я говорю, да, а что, никому не нужна? То есть для них это было соответствие, что если ты в 19 девушка, ты никому не нужна, потому что они уже спали с 11 лет с парнями. Я не доказывала. Я просто сказала, слушай, ну вам нравится, а я не хочу. Но когда придет время, я буду. Но это не значит, что они меня склоняли к сексу. Меня никто не может склонить к сексу. Это просто я им не доказывала, что вы там проститутки, а у нас все правильно. По традиции я должна быть девушкой, если выхожу замуж. Зачем мне это доказывать? Для чего? Понятно? Ты у меня тормозишь. Это ж у Олеси, да? Смотрите, очень важно в моменте это осознавать и соглашаться, потому что мы находим убеждения и развеиваем их. И вот сейчас видно, да, что некое убеждение управляет, даже если взять Олесю, потому что все это было, вроде бы мы вышли стройнее, а сам конфликт идет, одиночество. Я хочу там, где я была одинока, сейчас восполнить это состояние, которое... Внутри меня присутствует. Я думаю, что родив тройню, я компенсирую это одиночество, да? А если мы начнем все это смотреть и разглядывать дальше, то она проживает вот это внутреннее состояние, когда мама была в России и вот была беременна ею, 2 года пожила и там потом уехала. И Олеся это запечатлела на уровне внутриутробно у своей мамы, и здесь говорит, ну, чтобы мне также там не сойтись, вот не соприкоснуться с этой проблемой, да, мне очень важно родить там 5 детей, чтобы точно так же не чувствовать это состояние одиночества. И рожать детей можно, но когда это рожается из-за потребности закрыть свою вот эту дыру одиночества, так не надо рожать. Нет, не из-за этого. Ты смотри, ты как бы сейчас тоже пытаешься спорить. Я же говорю, не надо доказывать. Угу. И да, скажи, из-за этого. Да, из-за этого. Потому что ты говоришь это мне головой, но мы с тобой сейчас нашли связки. Если ты пока не осознаешь их, до тебя дойдет чуть позже, потому что ты хочешь родить ребенка, и ты говоришь, будет весело. Будет весело, детей не рожают для веселья, детей просто рожают. А ты хочешь компенсировать, они все будут как дружная семья, им не будет одиноко. И мы выходим на конфликт одиночества до. Понимаешь, твое же бессознательное уже все рассказала. А ты такая, нет, не из-за этого. Ну, кстати, может, сейчас у тебя другое придет, ты что-то осознала? Или не осознала? Ну, я осознала, что у меня некоторые были проблемы с лицеем. Да не было там проблем, что? Ты просто программку играла. Программку своей мамы. Какие проблемы? Ну, а так я все равно хочу. Нет, знаете, не то, что хочу, а мне образ вот постоянно приходит такой. А сейчас, понимаете? Давай, еще раз вопрос задай. Что ты хочешь? Там, давай заново сейчас, как твое бессознательное мыслит там. Я хочу тройню, да? Сейчас есть такое желание? Я хочу тройню. Да. И сейчас давай, закрывай глазки и увидь образ тройни. Сейчас как? Вот один ребенок маленький, вот какой-то совсем вот как будто больной или. Да. Ну вот, недоразвитый. Да, что-то. Да, закрывай глаза. Что ты чувствуешь, когда он больной и недоразвитый?
ну, какое-то сожаление. Ага. Его. Жалею. Жалею себя или его? Жалею себя или ребенка? Жалею ребенка. Жалею ребенка, да. И вот сейчас чувствуешь, что у тебя вот в теле? Вот жалею ребенка. Какая я, когда вот я жалею ребенка? Что я хочу сделать? Плакать хочу. Плакать хочу, да. А вот я, когда жалею ребенка, который недоразвитый, я хочу плакать. Я тех детей вижу, тех двоих вижу детей. Угу. Или у меня весь только фокус внимания на вот этого ребенка? Нет, они вот лежат трое. Да. Трое. Я вижу этого ребенка, но я этих тоже вижу. Но больше фокус внимания на какого? Да, да, да. На того, на третьего. Да, и мне его жалко, и хочется плакать, да? Угу. А посмотри, этот ребеночек, он девочка или мальчик? Вот сейчас раз и открывается перед девочка. Тобой. Девочка, да. Два мальчика вот таких. Да. И девочка. Ну, вместе. Ага. И девочка. Да. А давай сейчас пойдем вот так вот. Ты смотришь на этот образ. И вот сейчас я тебе говорю цифры, а ты говори, как образ меняется этой девочки. Вот давай, сейчас угу. тебе 20 лет. Есть этот образ девочки? Да. Да, а сейчас тебе 15 лет. Чуть-чуть подросла она. Ну, она уже не... Ну, нет. Здорова или нет? Ну... Но она наравне с ними по росту, вот по размеру. То есть нормальная? Ну да, вроде нормально. Да, а в 16 лет? 16 маленькая. Маленькая, да. Что и... там? 15 с половиной лет, давай посмотрим. 15 с половиной маленькая. Маленькая. А в 15 и 3? 15 лет тебе и 3 месяца. Какая она? Маленькая. Ага, а в 15 и 2 месяца? Тоже маленькая. Сейчас образ почти не вижу, как будто ничего. Да, да. А в 15 и 1 какая она? Вроде большая. Да, а в 15 и 2 маленькая, да? Угу. А угу. это утром или вечером она такая маленькая? Посмотри на улице, что там. Так. Сейчас. Маленькая она. День. День. Да. А посмотри сейчас на улицу. Что там в 15,2 у тебя? Ну вот что там вот? Где ты? Тебе 15 лет и 2 месяца. Где ты там? Во дворе у себя. Угу. Да. И во дворе ты ходишь. Посмотри, что там происходит. Что там увидела, услышала. Не знаю, сама хожу. Да, да. Смотрю, что-то там. Да, посмотри, кто там вокруг, кто что разговаривает. Никого нету. Бабушка как будто в доме. Ну, это мое детство, по сути. Ну, конечно, да. И вот что ты там чувствуешь? Вот что было до или после? Что ты там чувствуешь? Прям вот ходишь там себе, и вот что ты там, какое ощущение у тебя? Чувства какие вот, до или после? Да никаких, просто хожу, что-то ага. пинаю, что-то смотрю. О чем там думаешь? Ничего. Какие там у тебя мысли? Ходишь, пинаешь там что-то, да? Какие мысли? Вот первые мысли скажи мне. Просто что идет, не анализируй. Слова прям. Одиноко. Одиноко, еще что? Да ничего, просто одиноко. Ну, одиноко, ничего, еще какие мысли. Слова, а? Сейчас, секундочку. Сейчас, иди, пожалуйста. Спасибо. Сынок пришел. Так.
Вот просто ходишь, хожу, да, ходишь, пинаю что-то в какой-то короткой юбке, не очень короткой, в какой-то вот такой, как будто я подросток такая уже, хожу, потом, что я делаю? Такое это ощущение, знаете, было, что в каком-то там во втором или в третьем классе мне мальчик нравился один. А ему понравилась моя двоюродная сестра, с кем меня постоянно сравнивали. Ну, мы вместе жили, как вместе рядом жили, я про нее говорила. Постоянно говорили, вот, ты не очень красивая, она красивая, вот. И вот почему-то этот момент пришел, что я ходила там, что-то думала, по-моему, об этом. Да. Ну хорошо, вот сейчас, где вот просто проговори там себе в 15 лет. Скажи, ты захочешь большую семью, чтобы была тройня? Ну, чтоб... Захочешь большую семью, чтобы была тройня? Да. А сейчас у тебя двое детей кто? Мальчик, девочка. Мальчик, девочка. Ну, ты подумаешь, что вот если будет девочка, то она должна быть маленькая и какая-то не очень. Ну, ты подумаешь, что если будет девочка, она будет маленькая и какая-то не очень здоровая, больная. Да. Чтобы потом, когда у тебя есть девочка, ее никто с ней не сравнивал. Вот у тебя уже будет девочка, у тебя будет уже дочка, а вот эта, которая будет там после... Если она будет девочкой, чтобы она была не очень, чтобы не сравнивали и не было больно старше. Это чтобы специально получается, чтобы не сравнивали. Да, потому что вот сейчас ты ребенок, который у тебя есть девочка, ты в ней видишь себя. А если еще появится девочка, то ее будут сравнивать. Старшую будут меньше любить, а тебя там, а ту будут больше. Вот чтобы ты не испытывала то же самое, да, в своем ребенке, ты такая говоришь, пусть это будет недоразвитое. Но из-за того, что она там будет недоразвитая, я буду ее жалеть. Не то, что там любить и видеть в ней лучшее, чтобы старшая не мучилась. Я ее буду жалеть и говорить, ну она же больная. Вот у меня есть причина вот это... Как уважительная причина, доченька. Ну, чтобы тебе, ну, ты же в своем ребенке, в дочке, видишь себя, вот та, которая есть. Пацанам-то нормально. А вот это, видишь, я с ней, потому что она больная, чтобы тебе не было так же больно, когда тебя сравнивали, и ты в ней не видела это. Поняла сейчас? Да, поняла. Мне эта ситуация, ну, как бы беспокоила, вот то, что меня постоянно сравнивают. У меня была ужасная самооценка именно на внешность. Не на достижения какие-то, нормальность. Иди туда к себе и скажи, ты самая красивая девчонка. Вот иди скажи, ты самая красивая девчонка. Да. Ты самая красивая девчонка. И ты об этом узнаешь. Чуть подрастешь и узнаешь, что ты самая красивая. А то, что тебя сравнивают, и ты с заниженной самооценкой, так это ты унаследовала от мамочки, от своей. Да, ее тоже сравнивали с сестрой. Ну да. Скажи, ну... Хотя вот нету там, ну как сказать, мама наоборот красивее была. Я не знаю, таким способом, может, они свою самооценку поднимали. Конечно. Так и ты красивая, сколько бы тебя не сравнивали. Здесь получается, что вы играете в игру. Вот меня, знаете, до сих пор сравнивают. Вот как попадаю в эту семью, так они обязательно это... Фотки покажут, вот, хоть свекровь моя, хоть муж мой, вот, тетка показывает фотографии, смотрите, смотрите, какая она красивая, вот это. Ну, а что, они говорят, красивая, а тебе говорят, ты некрасивая? Нет, ну, там стоим же мы вдвоем. Так это же ты себя сравниваешь с ней, а не они тебя. Ну, так они же и говорят, ой, да ладно, Леся, тоже ничего. Да, а ты что, ну знаешь, мне тоже говорят, ой, какая у тебя мама красивая, ты на папу похожа, и что?
А ты что, говорит, на папу похоже, мама у тебя красивая. Только я потом могу представить, что папа красивее или папа хуже, а типа мама красивая, а ты что, на папу похожа? Но мне смешно, когда ты целостная личность, тебе будет смешно. А если ты такая, а, да, если сказали, а если она... это травма детства, а? То, конечно, это... Какая травма детства? Иди туда себе, скажи, не сравнивайся ни с кем. Ты красивая, все. И если они говорят, она красивая, то это не значит, что ты какая-то. Они могут говорить, как хотят. Но видя, у тебя есть состояние, что ты себя сравниваешь. Если сказали, она как красивая, и ты тоже ничего, то ты думаешь, что ты хуже. Может, им больно, что ты красивее. Они не хотят сделать той девочке больно. Ты не понимаешь? Ну, может быть. Я себя, конечно, так и успокаивала. А не надо успокаивать. Успокаивать — это убегать. А ты просто скажи, вот так это. Ну, стоят одна красивая, другая не, ну, более так некрасивее. Конечно, скажут на некрасивую, какая она красивая, потому что вот эта, которая красивая, она и так знает, что она красивая. Угу. Вот, Олеся, ты вопрос, красивая. Можно? Видишь, тебе все говорят. Нет, подожди, не убегаем. Давай сейчас возвращаешься в здесь и сейчас, и перед тобой закрываем глаза, вот тройня. Тройня. Что сейчас с девочкой с этой? Вроде она все три одинаковые. Да, все, скажи, я сейчас осознала, что я просто я боялась, осознала. Что моя старшая дочь... Я сейчас осознала, что я просто боялась, что моя старшая дочь будет... Что ее будут сравнивать. Да, будет чувствовать, будет чувствовать боль. Себя так, как я. Да. Ну, сейчас я понимаю, что мне... Ну, сейчас я понимаю. Не нужно сравнивать своего ребенка и думать, что она — это я. Что мне не нужно сравнивать своего ребенка и думать, что она — это я. Да. А моему ребенку последующему, который родится, не нужно быть больным, чтобы была вот эта уважительная причина любить. А моему последующему ребенку не нужно быть больным или каким-то некрасивым, да, да. Чтобы не было сравнения. Ну, чтобы была уважительная причина. Типа мы ее любим, потому что вот я ее люблю, потому что она больная, чтобы тебе не было больно. Вот, чтобы не было вот этого галлюцинации. Не обязательно рожать такого ребенка, чтобы потом. Не испытывать чувство вины, что если... Представь, она маленькая, ты больше ей уделяешь времени, а старшая думает, меня не любят. У тебя же там тоже конфликт чего? Самообесценивание, потому что эту любят больше, там не в красоте дело, а на нее больше обращают внимание и любят, чем на меня. Я ж привыкла быть везде цветочком, что я, и никто не будет красивее и лучше. Понятно? Эго называется. Да. Эго. Да. Ага. Гаяна, еще можно вопрос? Да. У дочки, ну, вообще у меня почти постоянно выходят. И у нее тоже вот начались. Хотя ей 9 лет. И что? У нее они какие-то внутренние. Как можно вообще проработать? Какие это они мое, внутренние? Получается? Ну, красивые они. Ну, они, знаете, вот... Если, например, у меня они красные и воспаленные, да, то у нее они просто вот под кожей белые шарики. Вот тут, вот тут. Ну, это не прыщи, а это жировички маленькие. Да, жировики. Ну, это посмотри, что у нее с... Ей можно проявлять злость? Ее территорию никто не нарушает? Там... Братик не нарушает территорию? Нет такого, что он мальчик, ему можно, он может залезть на ее территорию. Они сейчас пока в одной комнате спят. Ну, он ее обижает? Нет, не обижает. Не обижает. Ну, хорошее это одно, понимаешь? Ты спроси у нее, он может там залезть на ее там в пенал забрать или залезть на ее территорию. Вот она не хочет, а он лезет к ней. То есть это непроявленная злость, эти вот жировички, поджелудочная железа, это на меня, на моей территории. Я рисую, он пришел, залез, а я не хочу, а злиться нельзя, он же братик, мы ж хорошие. Ну вот, да, она вот, знаете, что-то... Вот у сына более-менее эмоции там, ну, он как бы может там злиться и ругаться, и может этот, а вот она
как-то и не знаю, то ли я так воспитала, то ли что, она еще? Прям слова не может сказать. Ну, да? Потому, ну потому что есть же вот это традиционное, мальчику можно, девочке нельзя. Нет, мы так не воспитываем. А тогда что, почему? Так не... Хорошо, тогда почему? А как она, вы воспитываете? Вот, чистая копия меня в детстве. Во всем. А во если внешности, ты ее перестанешь сравнивать характер... с собой? Что будет, если она это она, а ты это ты? Что если ей больше не быть копией тебя? Можно? Разрешишь? Можно. Ну вот да, да, сейчас прям проговори. Доченька, ты это ты, а я это я. Доченька, ты это ты, а я это я. Чтобы ты не обязана быть похожа на меня. Чтобы тебе выжить, тебе не обязательно быть как я. У тебя свои чтобы программы. Чтобы тебе выжить, не обязательно быть как я. У тебя свои программы. И своя жизнь, и свой опыт. И своя жизнь, и свой опыт. И у тебя свои прыщи, а у меня свои. И у тебя свои прыщи, а свои. Да. А твои прыщики, это вот это красивое, некрасивое. Ты там, например, пошла один день такая, что-то я вот почувствовала себя некрасивой. Пришла домой, муж говорит, ты моя красавица, ты у меня самая лучшая. Тебя раз утром высыпало, ты такая, блин, а это фаза разрешения конфликта. Все, ты увидишь не один, а несколько. И тут вот именно в воспалительном процессе, когда вот оно высыпает у тебя, факт понимать, что это уже ты вышла из стресса. Потому что вот выходит наружу твое вот это внутреннее сопротивление, вот этот заряд. И все, оно будет проходить. А если ты такая, ой, опять фазу стресса, прыщи, что ж такое, начинаешь их и давить, или к ним с претензией, то ты опять фокусом внимания в непринятие себя, опять самооценка вниз. А тебе надо в это время понимать это, когда ты понимаешь, у тебя не включается тело на непринятие себя. Что опять я некрасивая, опять что-то не то. Понятно? Все? Понятно. Ну, еще хотела, но там очередь тоже. Ну, говори, говори. Насчет финансов. Вот мне, как сказать... Финансы вот приходят от мамы, от мужа, да, но личные, вот чтобы я зарабатывала, вот какой-то период только был, и все. И вот сейчас у меня до такой степени нет, знаете, что вот впритык я могу только оплачивать детское обучение. Ну, там много уходит. А вот. Так вопрос в чем? Что... у меня нет собственных денег, потому что я, наверное... А кем ты работаешь? Ну, пока я не работаю. А в как этом ты хочешь, чтобы были собственные деньги? Ну, я, по идее, онлайн вот так подрабатываю. Но, знаете, такое ощущение, вот когда кто-то звонит, какой-то неизвестный номер, у меня первая мысль, хоть бы это не клиент. Вот я не знаю, почему. Да, а почему хоть бы это не клиент? Что ты прям испытываешь? Вот давай, какое слово у тебя перед тем, как вот ты... Вот сейчас раз, и сейчас зазвони телефон, и ты такая, хоть бы не клиент, что ты испытываешь? Страх. А за страхом страх. Что? Ну, за страхом вдруг не получится. Ну да, скажи, я не хочу. Я хочу просто деньги иметь. Да, я хочу просто... Да, я не хочу работать, я хочу просто, чтобы деньги были. Мама пусть дает муж, я не хочу работать. Потому что, ну, не хочу. Да, я не хочу работать, я хочу заниматься домашними делами. Да, я истинная... Ты истинная мама, ты истинная женщина, ты истинная вот эта берегиня очага. Тебе это нравится. Понимаешь? Это мне нравится, но знаете что? Что я не могу сейчас... деньги потратить на своих детей. Ну, то есть у меня нету свободных денег потратить на детей. Там что-то пойти с ними куда-то, развлечения погулять, что-то купить вкусненькое, в кафе зайти. Вот. И меня вот это напрягает больше всего. Угу. То есть муж у тебя зарабатывает не столько денег, сколько бы тебе хотелось? А как тройня придет к тебе, скажи? Или ты за счет тройни хочешь этот
квартиру, машину, дом. Нет, по идее, муж у нас пасека. Мы летом работаем на пасеке, но потом мы в течение года продаем мед. Ну, то есть, как бы, мед есть, просто не, как бы, не покупается. Вот, как бы, деньги, они есть, но они не приходят. А почему не покупается мед? Не знаю, так по мелочи берутся. Ну, вот, по мелочи, это как, чтобы нам впритык денег хватало на еду. А почему тебе так важно, чтобы хватало денег впритык? Вот ты как, вот смотри, впритык, денег хватает впритык. Кому также денег впритык хватало всегда? Кто говорил так? Мама? Ну, не знаю насчет мамы. Ну, давай я тебе задам вопрос. Как в детстве хватало денег? Кто богато живет. Ага, не было богато, да? Не было. Ну, впритык хватало денег. Да, впритык хватало, ну, вот на еду, на вот это, ну, вот, и ты, как вот, и у меня. Да, вот и все. Опять мы вернемся к твоей проекции, что если я не знаю, как, чтобы не впритык, то я буду так жить, создавать тоже, потому что для меня это безопасно. Вот когда впритык, то нам хорошо, потому что мы так выжили. А сейчас представь, что нельзя, как у мамы. Вот нельзя, как у мамы. У мамы было впритык, а у тебя может быть по-другому. Тогда как? У меня не впритык, у меня много денег. Да, когда что ты чувствуешь в теле сейчас? Еще больше денег почувствую. Вот прям ты ходишь, тратишь, вот чувствую еще больше денег. Вот чувствую, чувствую. Ну, как-то неприятно у меня в желудке. Да, 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 да. Держи это состояние, да, держи. Еще больше это состояние, еще больше прям оно начинает. Ты не сопротивляешься. Оно начинает еще больше усиливаться, прям тебя распирать. В 10 раз сильнее это состояние. Не сопротивляйся. Сдавайся ему. Сдавайся. Еще вот прям по всему телу это состояние начинает усиливаться. Вот это вот. Да, да, да. Ты прям, да, да, еще горлу, голове прям начинает полностью овладевать твоим телом. Ты не сопротивляешься. Просто не сопротивляйся. Скажи, да, да, я согласна. Да, да. Вот это состояние еще больше растет в тебе. Да, вот это неприятно прям. Вот еще, 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 еще. И как шарик прям раздувает тебя. И там какие-то есть эмоции, ну, все равно. Просто это состояние вот сейчас еще больше, больше, больше. И смотри, что потом происходит, когда оно прям как шарик надулось. Очень огромное такое. Что с ним происходит? Я, знаете, не как шарик, а наоборот сжимаюсь. Вот у меня сейчас дрожь. А я говорю, прям не сопротивляйся. Состояние это разрастается в тебе. Оно разрастается, а ты не сопротивляешься. Ну, сжимаешься, сжимайся, но состояние разрастается. И вот ты как-то чувствуешь это там в зубах, злость, там, не, все, всякие вот такие эмоции, неважно. Но оно вот, да. А что сейчас ты чувствуешь? Фу, мне стало жарко. Это получается запрос, если будет много денег, да? Это получается, что ты чувствуешь у себя сейчас в теле? Что в желудке? В желудке ничего. Вот когда было желудок, оно перешло в дрожь. Да. Сейчас потом вроде все прошло. Да, и вот сейчас ты говоришь, я буду жить в достатке. Я буду жить в достатке. Да, вот сейчас чувствую. Много денег, и ты ходишь везде, тратишь, ходишь с ребенком, с детьми, кайфуете. Что сейчас в теле? Я много денег, я хожу, трачу. Ну, не знаю, вот какая-то скованность вот здесь. Ну да, уже не в желудке. Угу. Да, и вот эта скованность вот здесь, которая вот прям, она усиливается, эта скованность. И ты ходишь, еще больше тратишь. И еще больше тратишь, кайфуешь, ходите везде, где хотите. Прям налево-направо тратишь деньги. Да, вот приходят деньги, а ты их тратишь. Какое слово в голове? Не
Блин, не знаю, ничего не приходит. Какое слово? Просто я вижу, как я хожу с детьми и трачу. Какое слово? Мне деньги приходят, я сразу и трачу их. Какое слово в голове, когда деньги приходят, и ты сразу их тратишь? Их очень много, и ты ходишь и тратишь. Какое слово в голове? Что сейчас в грудной клетке? Ничего нет. Прошло? Ну да, вроде все прошло. Угу. Да, сейчас когда ходила, тратила, как было? Нормально. У меня часто, как деньги приходят, я, наверное, их в первый же день трачу. Как бы для меня не так страшно. А что тело тогда так реагировало, если тебе так не страшно? Что то желудок, то грудная клетка. Ну, когда клетка. Слишком много трачу я. Да, а сейчас вот... слишком много тратишь. Мы сейчас не говорили о том, как ты привыкла вот так вот тратить. Угу. А сейчас слишком много тратила. Ты как тебе? Вот сейчас ходишь и пячками тратишь. Как тебе? Вот все себе разрешаешь. Ну, я не себе, детям. Себе. Детям, себе. Себе? Да, и себе в особенности. Прям говоришь, все себе буду сейчас тратить. Все для себя. Ну, как-то я, по-моему, от мужа отдалюсь, что ли. А? Кажется, как будто от мужа отдалюсь. Да. Что сама по себе буду ходить там. И что тогда, если отдалишься от мужа? Что в этом опасного? Ну, разойдемся, наверное. Да, разошлись. Что дальше? Будет неинтересен. Конечно. Разошлись, неинтересен. Что дальше? Все, ты сама, он сам. Больше от него независимо. И он сразу стал неинтересен. И что тогда? Да я этого и боюсь, что у меня чуть что сразу неинтересен. Да уже произошло. Он уже тебе неинтересен, и ты с ним разошлась. Потому что ты живешь с ним в зависимости от денег. Что тогда? Поэтому ты не хочешь, чтобы зарабатывал. И сама деньги не зарабатываешь. Что тогда, когда больше ты независима от него, у тебя много денег? Разошлась. Я ушла и нового нашла. О, видишь, как классно. Ага, так у меня всегда так. Я, знаете, уже столько раз. Ну вот, и что дальше? Ну нормально. И там тоже тратишь деньги. И там трачу. И тратишь на себя, и ты ни от кого не зависима, и можешь делать, что хочешь. Что там дальше? Ну, так и живу одна. То с одним, то с другим. Ну, как надоедает, тебе? Ухожу. Ну, как тебе? Можно тебе так? Ну, как-то я до этого так и жила. Ну, классно же было. Ну, нормально было. Ну, весело же было. Надоело, разошлась, сошлась, разошлась, сошлась. Не хочу пельмень, съела огурец. Главное, можно тебе так? Можно мне так? Можно тебе так. В чем-то... Можно. Да, вот, все. Вот я буду ходить и кайфовать. Каждый раз что-нибудь интересное находить. Угу. Мама будет расстраиваться. Давай как-нибудь маме разрешим расстраиваться. Она всегда расстраивается. Вот прям мама стоит, а ты говоришь, мамочка, тебе можно расстраиваться. Ну, моя жизнь – это моя жизнь, а твоя жизнь – это твоя жизнь. Мама живет там неинтересно. Всю жизнь. Мама, сейчас да. Так она так и жила неинтересно. Изначально себе интересной не была. Поэтому мама будет расстраиваться, потому что почему ты так делаешь? Живи, как я, неинтересно. Или одна, или ни с кем. Все, маме разрешила расстраиваться? Да. Тогда как тебе? Нормально. Тогда тебе надо менять мужчин, когда маме разрешила расстраиваться? Ну, когда больше для мамы не надо играть, чтобы она расстраивалась. Если надо будет, я поменяю, но желательно не хочу. Ну, в смысле, желательно уже остаться.
с одним. Не получится. Будешь менять всегда. Потому что желательно, это значит, я не хочу. Потому что если я желаю так, я так и живу, а ты не хочешь. Потому что у тебя есть вот этот запрос, то надо, надо не существует. Тогда ты будешь нарушать все эти надо. А когда у тебя нет этого запроса, ты живешь с мужчиной и не меняешь его. А когда вот желательно, это для кого-то. Кто расстраивается, и ты будешь расстраивать постоянно, такая, все для тебя, и родственники, все для вас, буду вас ходить позорить и расстраивать, ну, чтобы вам было стыднее, дорогие мои, что, как это, у тебя 20-й муж уже, да что ж такое, 30 детей, ай, та-та-та-та, у нас такого не было. Зато богатая. Зато богатая. От всех мужей понаберу миллиарды. Так не богатая, была богатая. А? Так не богатая, была богатая. А сейчас у тебя же есть деньги, тратишь, ходишь, разрешила себе. Тут ты играла для мамы. Быть не богатой. Чтобы было прям в копеечку, как мама. Как же ты нарушишь-то традиции? Да. Что сейчас по финансам? Ну-ка, задай вопрос, как сейчас? Что сейчас по финансам? Угу. Какие сейчас мысли? Ну, мысли, что я могу еще потратить, что мы откладывали на крупную покупку. На что? Это нормально. На крупную покупку мы откладывали, я могу на себя их потратить. Ну, это нормально. Так себе, по-моему? Да, да. Да? Нет, нормально. Да, вот уже начинаешь понимать. Ну, ты же все для кого-то живешь. Детей одеть, мужу сделать, себе шиш. А сейчас такая, я могу для себя тоже. Ты пока себя не да. будешь радовать, твое бессознательное не будет давать денег. Ему плевать и на детей твоих, и на мужа твоего, и на ваши крупные покупки. Оно хочет для себя. Для себя. Когда я себе разрешаю, это не значит, что взяла последний кусок со рта ребенка, вырвала и пошла потратила. Нет, для себя. Себя радовать. Себя радовать. Каждый раз себя радовать. Когда ты себя радуешь каждый раз, то тогда оно дает тебе деньги. А если ты взяла, потратила на детей, на мужа, на крупную кастрюлю домой, то оно говорит, а мне это не надо. А можно чуть мне? Поняла? Ну, мне кажется, если я буду на себя тратить, то вообще денег не будет. Только я так думала, да? Ну да. Только ты так думала. Это да. запрет да. на себя потратить. Мама, видать, тоже экономила на себя, только на тебя все тратила. Да. И ты такая да. же. Это она сейчас пытается вот немножко с этого выйти, круга себе что-то покупать. Ну и ты туда не заходи. Мы отдельно живем. Ты туда да. тоже не заходи, а то потом будешь тоже долго выходить с этого. Если ты себе позволяешь, слушай, я же сказала, это не значит, ты сейчас миллион там отложили на квартиру или на что-то, ты такая, дай хрен с ним, раз, пойду себе сумку за лям куплю. Нет, не так это работает. Это значит себя радовать каждый день, спросить, а что ты хочешь, пойти себе кофточку купить, порадоваться. Когда ты себе разрешаешь, тебе и деньги придут. Понятно? Потому что мне надо, если да. я разрешаю, ты и коришь внутреннее состояние, что мне можно... Я достойна, мне можно. И они приходят. А если мне нельзя, только детям, мужу, ну, туда будут приходить деньги. Мужу и детям. А тебе не дай бог, ты что? Ты вдруг все на себя потратишь, бля. Ты же тогда виноватая будешь, бессовестная. Да. Все же голодные останутся голые, а ты на себя как посмела. Ну, одна я буду в одежде. Да. Спасибо, Гаяна, большое. Пожалуйста. Спасибо большое. Извиняюсь, там, что мы так долго. Не, не извиняюсь. Ждут, наверное, тоже. Отмени извинения и сейчас опять о ком-то думаешь. Думай о себе. Даже сейчас пытаешься думать о ком-то. О себе думай. Хорошо? Вот это твое все, время, конечно. И ты говоришь, вот это время уделите мне. Я тебе уделяю время, и все смотрят через твою проработку, тоже что-то осознают. А думать о том, что я забрала у кого-то время для себя, извините, нельзя так больше реагировать. Я молодец, я для себя, для себя, для себя.
поняла? Сначала ты, потом весь да, мир. Да, все. Да, молодец я. Да. Спасибо, благодарю. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Пока. Так, ну что? Заканчиваем? Да, да, с Олесей поговорили. Нет, еще можно. Когда последнего человека. Последнего человека. Последний человек. Аврора. Ух ты, какое имя красивое. Гаяночка, здравствуйте. Сейчас я уйду куда-нибудь в укромное место. Не ожидала, что я попаду. Ага. Но я очень хотела. Класс. Сейчас. Я сейчас прячусь в углу. Угу. Как вот в детстве так. Прям, да, в угол пряталась? Да, а у меня... Я сейчас дверь закрою. Представляете? Это вот у меня так всегда. Экстрим. Сейчас я дверь закрою вот так вот. Все. Здравствуйте. Здрасте. У меня то геморрой, то молочница. И одно, второе чередуется. Ну, классно. То есть я ищу себя. А где ты себя потеряла? Мне кажется, я даже себя и не нашла. Ну, я решила, что я выйду. А давай ты там вот 20 лет. Ты себя да. там потеряла? Это есть там или нет? Есть. Вот. Я закончила университет и подумала, как страшно дальше жить. Я лучше выйду замуж. И мне всегда попадались какие-то такие мужчины, ну, легкие, несерьезные отношения. А тут попался моложе меня и серьезный мальчик. И решила, да, это мое. Я просто почувствовала, что он может стать отцом моих детей. И мы разные были по интеллекту, по, я не знаю, ну, я читала книги, играла на пианино все детство, а он простой деревенский парень. И мне говорили, Ир, ну подожди, наступит время, и ты потом будешь локти кусать. Я как бы закрывала этот момент, закрывала, вот сейчас, спустя, ну когда я вышла замуж? В 12-м, ой, сейчас скажу, даже не помню, в 11-м году, что ли. И ровно год назад у меня началась трансформация. Я стала учить итальянский. Я решила сменить работу, но я еще пока не сменила, потому что надо закончить здесь. В этом году я точно ее сменю. Я это уже решила окончательно. У нас двое детей. И я ищу мужчину. Глюк. Да, вы ищешь глюк. Да. Сама с собой живи. Ты вообще себя устраиваешь полностью. Ты же ищешь такого же, как ты. Трансформационного, да. Чтобы он тебя все понимал, знал, чтобы был прям как ты хорошим, вот ответственным. Ну, сама с собой только. И от этого и тяжело, что... Так, ты понимаешь, что не тяжело. Живи сама с собой. Невозможно найти мужчину, чтобы он был ты. Как это? Чтобы мои потребности закрыл, да? Как я нет, хочу. Твои глюки. Ты хочешь, чтобы мужчина был как ты? Ну, вот такой вот. Вот тебя это устраивает. А он не может быть как ты, потому что он — это он. Да, согласна. Но у меня же год назад появился одноклассник. Одноклассник успешный. Он миллионер. И он меня спросил, а что ты хочешь от жизни? Какая у тебя цель есть? А я на тот момент сказала, что меня все устраивает. Я работаю в детском саду, играю на своем пианино. Но я прикрылась. Мне было стыдно даже. Ну, скажи ему сейчас там. Скажи ему. Как? Ему сейчас там. Скажи. Вот он говорит, что ты хочешь от жизни? Вот он говорит... А я уже... Ага. Ну, скажи сейчас ему, что ты хочешь от жизни? Вот прямо ему скажи там. Хочу бабла, хочу мужика, вот как ты, богатого, но вот подреставрировать тебя, вот было четенько, чтобы все мои закрывал
потребности, чтобы я жила как королева, а не в детском садике. Вот захочу, приду, захочу, не приду. Вот хочу вот жить как королева, понимаешь? Позволять себе все, кайфовать от жизни. Вот так хочу. Так вот, и я поэтому стала учить итальянский, чтобы этот язык меня вывел на новый уровень, чтобы я могла претендовать на другую работу, более солидную, да? Более интересную, и но с доходом. И окружение сменить, окружить себя более успешными людьми, интересными, которые чего-то хотят и добиваются. Не просто хотят, да, говорят, они делают. И вот он такой, но он несчастлив в любви. Он мне дал такой толчок. У нас с ним платоническая любовь по телефону. Грешная. Как это так? Вы как грешна? Я все время хочу с ним увидеться. Вот мы с ним лет 20 с чем-то виделись, да? Учились когда вместе. Слушайте, и вы когда думаете, что я грешна, изменяю мужу по телефону или свое тело даю другому мужчину, вы в заблуждении в каком-то, колоссальном заблуждении. Это твое тело. Оно твое тело, твои дырочки. Хочешь, используй. Оно не собственность твоего мужа. И его такие висюльки тоже не твои личные. Он тоже их может использовать там, где хочет. А ваши вот эти убеждения изменил мне своим телом. В смысле? Это ваши просто глюки. Галлюцинации. Вот, наверное, геморрой, молочница, это и все вот выраженность моего внутреннего недопонимания, кто я и зачем я. Нет, ты человек, который ничего не добилась в жизни того, что хотела, и ты в других говоришь. Я хочу такого, который добиваются в жизни, которые вот такие перспективные. Но ты не такая была, понимаешь? А ты хочешь себя через них взрасти. Я закончила курсы. Радио-телевидение. И что? Ты что, стала знаменитым этим? Нет, я хочу резюме, грамотное резюме составить. Сначала у себя попробовать. Я уже сделала шаг, я уже сходила на наше телевидение подмосковное. Я уже там сказала, что я резюме вам отправлю, а все еще не отправляю. Мне сказали, вакансии нет. Я говорю, сегодня нет, а завтра, говорю, будут. Тебе очень важно понять, что тебя сразу могут взять везде, когда ты будешь готова к этому. Ты к этому не готова. Пока ты думаешь, что вот резюме отправила, они сказали, пока нет вакансии. Это все твои вот просто отмазки. Потому что пока ты внутренне не готова. Давай давай вот этот геморрой и молочница, что для тебя вот молочница, это неприятный контакт. Ты с мужем не хочешь заниматься сексом? Да, да, ну, всю жизнь, да, у меня всю жизнь это. Угу. И в прошлом году я впервые увидела своего отца, у меня отца не было всю жизнь, и я просто поехала и его нашла. Не, у тебя папа всю жизнь был? Просто ты с ним не общалась. Да. Угу. Я его никогда не видела. Ну, раза три в детстве на улице мама показывала украдкой. Вот это твой папа. Угу. Ну, она мне сказала, что он просто, скажем, ну как, дал семечко подарил мне. Да. Да. И ты родилась, все. А мама моя умерла в 17-м году, в том же году, когда я родила сына. Угу. Второго уже ребенка. И у меня появилось желание его найти. Угу. Найти. Вот. Привет. А маму, о господи, а мама у меня умерла рано. В 64 года от Альцгеймера. Почему рано? Это кто, ты считаешь, рано или поздно? Может, маме можно было решить? Ей рано уходить или поздно? Господи, боги одни. Мне кажется, это рано. Ну, продлила бы ей жизнь лет на 30 еще, чтобы в 93 умерла. Как понять рано? Кто это определяет? То вы определяете время, когда уходить телу? Охереть. Больно. Ну, а что там, что больно? Какая ты, когда мама ушла? А, я стала, наверное, более... Самостоятельной? Да. Да, может, пора было маме уже уйти, чтобы ты повзрослела, а то все в маленькую девочку играла. Угу. Да. Я тоже об этом думала.
Ты, может, в практике траур отработала? Отношение к маме? Еще не дошло. Я сегодня дошла до детских травм. Угу. И увидела, вот будет прямой эфир Каины с тобой. Лежала. Думаю, сейчас в постели она меня застанет. Думаю, ну и ладно. Она меня уже научила, как себя вести правильно перед экраном. Свободно, как хочешь. Да, правильно. И я поэтому хочу свободно жить, освободиться от себя же самой, своих этих вот таракашек. Не от себя, принять себя с таракашками. Ну куда ты освободишься? Как мама уйдешь тогда? Это, знаешь, тело от головы отлучится и будешь тоже с Альцгеймером. А? Ничего не знаю, какашку мажу. Все херачу, все мне можно. Это знаешь, когда очень долго подавляет себя человек, терпила и терпит, а потом душа говорит, ну держитесь. И все, песни в рай, все, сейчас всем буду поганить, все, за все отомщу. Вот у меня так и произошло. Вот я так чувствую, что я... Сколько лет детям, скажи, пожалуйста, твоим? 5 лет и 9 лет. 5 и 9 лет. Вот ты вышла замуж, и все, ты мужа не хочешь и не любишь. Зачем рожала второго ребенка человека, которого не хочешь и не любишь? У меня было чувство такой, наверное, внутренней ответственности. Привычка выработалась, привычка. Ну да, проговори, я просто не уверена в себе личность и не знаю, как меня кто-нибудь еще полюбит вообще. Да, да, я не уверена в себе личность, это так и есть. Поэтому, слава богу, один полюбил, вот и детей с ним рожаю, и живу с ним, не ухожу, потому что боюсь, что другой не полюбит. Верно, да, 100%, да. Ну прими это, осознай. Так это больно. Почему это больно? Это факт. Сначала факт прими. Как факт прими. Как факт. Да, это как факт. Вот я его приму, да? Я говорю себе, блин, да я не уверена в себе, поэтому я уже говорила себе. Я все стараюсь как-то внешне это закрыть, но это же вылезает, это состояние. Какое состояние? Неуверенность в себе. Угу. Оно же... Да. Да, неуверенность в себе – это что? Если я сейчас приму решение уйти от мужа с детьми, я не выживу. И ладно, я не выживу, это мой страх. Я еще и боюсь, что я никому не нужна. Я просто боюсь брошенности и ненужности. Правильно. И одиночества. И боюсь детей лишить его любви. Он-то их безумно любит. Оставь детей с мужем. Вот смотри, ты оставляешь детей с мужем. Говоришь, это твои дети. Я буду воскресная мама. Раз в месяц. В воскресенье приду. Вот прям говори сейчас. Нет, я не могу. Через не могу. А. Твою не могу, не нужно никому. Все, ты вот мужу говоришь. Раз в месяц, в воскресенье я буду приходить к детям. Прям говорить сейчас? Да. Раз в месяц, в воскресенье, я буду приходить домой к детям. Да, я так хочу, чтобы они с тобой не разлучились, ты хороший папа, чтобы они не страдали, они будут жить с тобой. Они будут жить с тобой, ты хороший папа, ты отличный муж. Папа, да. Папа. Мы про папу говорим. Про отличный муж для меня, хороший папа, но я решила, что... Не хочу я с тобой быть. Вот тебе дети, вот вы живете в этой квартире, вот содержи их сам полностью. Найди женщину, какую полюбишь. А я буду приходить тебе раз в неделю. Я тебе оставляю детей. Выбери себе женщину по твоему вкусу, как тебе нравится. А я буду жить, как я хочу. Да. И буду навещать вас раз в неделю. В месяц. Да. Месяц. Не надо вот это раз в неделю. Зачем? Это много. Зачем чистить? Конечно. Еще привыкнуть не надо. Там придет женщина, она будет ему хорошей мамкой. Они будут знать, что ты мать. Ну, ты будешь такая воскресная мама. Ну, не знаю, в какой год воскресенье я приду, а ты сейчас вот просто находишь мужчину, ну, вот того, и просто говоришь, слушай, я свободна.
Давай просто платонически друг друга любить. Ну вот давай там в разных комнатах платонически друг друга любить. Да. И при этом я свободна, и ты свободен. Я могу там строить отношения сексуальные. Вы ж покупаете. Платонически по телефону в разных комнатах. И ты можешь выходить на улицу, ты можешь работать, развиваться. Вот сейчас ты полностью свободна. Так хорошо. Я почувствовала, я задышала по-другому. Конечно. Я выше стала. Да. Я столько стала еще выше. И вот эта уверенность появляется в себе. Да. Через разрешение себе делать то, что я хочу. Потому что ты свободная личность, а себя запаковала детьми. Ой, я так не могу. Чего не можешь? Ерундой занимаетесь какой-то. Посмотри, дети какие счастливые, когда нет тебя рядом. Да, я их не контролирую, я их не пасу. Я конечно, там... они хоть тоже дышать начнут, понимаешь? Как ты свободна, такая... Фу, и они такие, ой, ну слава богу, и мы хоть вздохнем. Эта тетка новая, мама которая, ну не мама, а папина любовь новая, она ж не будет нас так пасти. Не будет, да, мы хоть вздохнем свободно. Потому что она будет с папой сексом заниматься. Мы хоть можем в телефоне посидеть. Ой, слава богу, мама свалила тоже. Им легко. Я тоже хочу. Им да хорошо тебя видеть раз в месяц. Вот по воскресенье 2 часа. Они прям скажут, мам... Пока. Будут такие Боже. Счастливые детки. И у мужа секс, и там все хорошо. И ты счастлива, ты реализуешься. Я счастлива. И у меня будет секс. Ой. Конечно. Конечно. Видишь, как все быстро можно сделать? Я тебя очень люблю. Тиамо, миамика. Вот надо, очень важно это осознавать. Что абсолютно все вы можете сделать, если вы уйдете от этих глюков. И вот сейчас ты приходишь к ним раз в месяц. Вот зайди прям увидеть, муж там влюблен, там пассия его что-то готовит, детки там бегают. У тебя все хорошо, ты там развиваешься, миаму, тиака там, ходишь, сдаешь эти самые... свои резюме, уверенная, счастливая, возбужденная, удовлетворенная. У тебя и друг есть планетонический, секс есть. И вот ты, смотри, какая ты заходишь тогда. Легкая. Я в радости, я дарю радость. Они кайфуют от того, что я радостная. Они... Я соскучилась, но соскучилась так, ну, боли нет, есть легкость. Угу. Легкость, радость, счастье от встречи. Да. Видишь, там эмоции. Больше любви. Да, любовь, эмоции положительные. Никакого геморроя нет. Да. Видишь, никакого нет геморроя. И от мужа там есть молочница, когда не надо больше от него защищаться? Нет ничего. Прикинь. Вообще прекрасно все. Я в Италию летаю, я... На телевидении работаю, я интервью Гайне у тебя беру. Да, вот, видишь-ка. Да, и тогда даже какое отношение к мужу, когда вот ты свободна, ты берешь у меня интервью, летаешь в Италию, у тебя все классно, вот ты так приходишь, ты чувствуешь, какая к нему благодарность? Уважение, вот благодарность и уважение, что он справился с ролью отца, и меня не подвел, и дал мне возможность смыться. Да, и там можно ему сказать, милый, я тебе так благодарна. Я думала, что если меня не будет, то вы все здесь прям не справитесь. Ведь да, я уверена думала, в нем. Да, я думала, что если меня не будет, вы здесь не справитесь. А я уверена, что не справится. Я знаю, что справится. Я в этом уверена. Просто совесть говорит, что ты же мать. Нет. Это твой страх говорит, ты же мать. Твой страх, да. Потому что им всем хорошо без тебя. Ой, как хорошо, Боже. Я, значит, лечу в Италию в этом году. Я найду деньги. Я встречусь с одноклассником. Ну пусть он вышлет, он же с бабками. Ты что?
ты же уже свободная женщина, ты ему говоришь, милый, я свободная женщина, вышли денег. Слушай, он миллионер и не может выслать деньги, ну что за смех, ты же уже можешь принимать. Могу принимать, так, все, да, имей право. Вы вышли мне деньги, я хочу с тобой встретиться, я готова прилететь. Все. Я готова прилететь, да, да. Все, жди меня. И вот смотри, как он тебе деньги высылает. Сколько написать? Какую сумму? А он сам пришлет, прям увидит. Ты говоришь, я готова прилететь. Посмотри, сколько тебе он присылает. Он сейчас в Челябинске живет. Но я хочу лететь бизнес-классом. Напиши ему, я хочу лететь бизнес-классом. А потом с ним в Италию хочу полететь. Это потом там решите. Вот, я хорошо. Хочу лететь бизнес-классом. Сколько он тебе присылает денег? Больше, так, 100, 125 тысяч рублей. Да, это ты докуда летишь? В Челябинск. Челябинск. Угу. Ну, прикольно. Все, прилетишь туда уже, а там, что ты думаешь? Куда денег, куда-то с ним лететь? Там уже сами решите. Куда вы летите? Надо увидеться же, да? Надо познакомиться. А мы же не виделись, мы только переписываемся. Мы уже знакомы. Да, все нормально. Конечно. Я знаю, что это. Ангелина говорит, все будет прекрасно. Она у нас считывает информацию. Спасибо, девочки. Такое огромное спасибо, душевное спасибо. Благодарна я вам. Да. Ну что, видишь? И врача тебе не надо. И геморрой вообще прошел, и молочница тоже. Все. И ничего не чешется, и даже я даже не чувствую, что у меня жжет. У меня жгло вчера, позавчера, а тут перестало жечь. Ну, потому что ты в голове в своей прожила, что ты хочешь. Ты же себя все бунтуешь. Нельзя, я ж мать детям. Да не нужна такая жена мужу, и не нужна такая мама детям. Им нужна легкая. Легкая, у тебя там галлюцинации, плохо, нельзя. Как только ты разрешаешь этому быть, ты понимаешь, что это только твой глюк был. И мужу не даешь сексом заниматься, и от него еще и прячешься. Не хочу, не хочу, хочу вот это. Да господи, ты дай ему жить, как он хочет, и детям быть счастливыми. Он быстро найдет, сейчас мужик на вес золота, не переживай. И он нормальный мужик, его любая возьмет. А ты, пожалуйста, занимайся вот реализацией себя, там, езди, отдыхай, интервью, там, кайфуй. И когда ты это все себе разрешаешь, всем хорошо. И тогда нет ни геморроя, никаких симптомов, тело не защищается. Понятно? Я сделаю это и напишу потом тебе. Горячий привет. Сначала из Челябинска, потом из Тосканы, а потом приеду, интервью возьму. Хорошо, прекрасно. Буду ждать. Спасибо, моя хорошая. Дай Бог здоровья всей твоей большой семье. Спасибо, спасибо. Я совершенно случайно когда-то тебя узнала. И гайны. Сегодня я решила поднять руку. Думаю, я в халате лежу, думаю, может, до меня очередь не дойдет. Но чувствовала я что-то вот, ну, было у меня такое чувство, что мы встретимся с тобой сегодня. Видишь, когда у тебя сейчас... все получается, и с одноклассником 100% увидитесь, улетишь, потому что когда у тебя чувство, и все у тебя, видишь, сразу реализовалось. Было чувство, встретились? Да, было, было. Я оставила в аптеке, сейчас свечи покупала, молочницы. Сейчас нужны свечи? Нет. Все. Ты ж не купила их? А я их не купила. Я как раз подошла к кассе, бумажку достала, и вдруг слышу «Аврора». Думаю, я же сдала свое имя. А это мой псевдоним «Аврора Январская». Это мой псевдоним на телевидении, который будет у меня. О, классно. И все, я поняла, что я не пойду туда, в эту аптеку. Мы тебя вовремя остановили. Да, мои девочки прекрасные, да, да. Ну класс, потом мне напишешь. Напишу, Грина, напишу. Ты на пробной, да, неделе? На
На пробной неделе, там да. Еще, там еще напиши, как вот, какие мысли, какое состояние, как ты сейчас смотришь там на детей, на мужа, как ты вот смотришь на то, что у тебя никто тебя не сдерживает и не заставляет. Никто. Я напишу. Ты полностью свободна. Если запишу это на бумаге, на инсайт, я запишу крупными буквами. Хорошо. Жизнь прекрасная штука. Да. Спасибо, Господи, за все. Спасибо. Это точно. Благодарю все. Тебя. Спасибо большое. Все, мы спасибо. Встречаемся все, пока, на пробной. Пока-пока. Да. Ну что, дорогие да. мои, мы заканчиваем на сегодня. Встречаемся на пробной неделе. В принципе, когда можно будет... Уже на следующую пробную неделю, те, кто у нас на Бизоне смотрят, и в чате «Психосоматика Данди» я выложила ссылку на новую пробную неделю с 1 по 7 мая. Я не знала новости. Все услышали, что Ангелина уже выложила с 1 по 7 мая на пробную неделю на Бизоне ссылку и везде, где вы смотрите. Поэтому на пробной неделе, которая сейчас, мы будем, в принципе, на днях тоже делать проработку, потому что я хочу максимально проработать там людей. Ну что, мои дорогие, сегодня вы увидели... прикольные, классные проработки. Вы сейчас понимаете, насколько со стороны видно, да, что можно абсолютно любое состояние человека проработать, и насколько наша бессознательная часть и сознательная часть начинают друг с другом воевать, что одна хочет, другая протестует. Это и вызывает у нас конфликт, и мы думаем, что это реально что-то в нашей жизни. Оказывается, нет, все можно разрешить в области своих эмоций, также в области своего тела через чувства, через состояние и выйти на другой уровень принятия, на другой уровень осознания, получив инсайты, да, выйти с этих проекций и с этих глюков. Все, я вас благодарю, всем спасибо, пока-пока.